Хлыбзеку, телехопша, абсутилихопша, ищут на галы, и шьяшуйцу айфирала, абснегенткара, хадарахе кандидатша, радибатква. Айфира джахака зауит и усадки нерзана пшуариам, таялак дзена, кандидат суирови талшара, хазара курта, курыка царепш, а цважаран дара-дара, и расцвирцу азара ква ртиразги, абхара ква и хайнарт бана, харла цважуит, секунд ква рыштах. Халагап. Халагап. Уахатпех дебатку и рылаху папснеган ткара хадарахе кандидатша Адгур Ардзинба, Аслан Бжения, Леонид Дзябшба. Бзила шабет хатырску а кандидатша. Хлыбзеку. Уже ям топ хайфира пхараква шырдырра. А кандидат шо хасараквар таква харцоит кандидат касара таганы хайцо. Егер терему палшара языркячу азара и уклу а кандидат итарыз. Айфира хыркушам таз кандидат сыпхедзе ему палшара ю минут крюйныцха ажларах апхера агацаразы. Дебаты строятся следующим образом. Ведущий обозначает тему. Важно отметить, что кандидаты могут вступать в дискуссию, задавать вопросы отвечающему, к чему мы и призываем кандидатов. В завершении дебатов у каждого кандидата будет по 2 минуты на заключительное слово. Уважаемые кандидаты, ЭСМА, мы готовы начинать. Хатырскуа кандидатшы рапхет бязара убыс хиғастарстаху па цухтан пи жашук сарюйныцхау бриза тагыла заащащу кылыт. Агунам дзара змо ажула рахюнткара хада яхтын рахи изаны митингкуа мепыргойт. Анэй суи ахылджи ауэт и уэпшым ахтыскуа тыла хада и напынцакуа цухтанынза изаны кцум. Ярубаски ажула рюйныцха айча гылара мепысуэт. Шара тыла хада рахшней рабаси пшиго атагыла заша камларца за ихаштой наски яры ахыс за ахтыс кожипшт пи ашуксарзын яры убаски хазну ашуксан январ пи ахтыс ко хушара сирыштой. Агуахю размада яла года. И хабыла халагав. Халагав. Лабзеку, хатырску, халаш, лабзеку, коллега, добрый вечер, уважаемые избиратели, наш многонациональный народ. Добрый вечер, уважаемые коллеги. В ближайшие несколько дней нам, вам, то есть нашему народу, нашим избирателям предстоит сделать очень осознанный, правильный и нужный выбор для нашего народа, то есть для вас, выборы президента. Я с этим хочу вас поздравить и своих коллег. Я в своих выступлениях уже практически каждый вечер, как на работу на телевидении ходим, это очень приятно. Практически всю свою программу мы уже изложили. Мы идем, баллотируемся на это высший пост. То есть я иду, баллотируюсь на это высший государственный пост осознанно, зная, что смогу объединить наш многонациональный народ вместе с коллегами, много сторонников, много понимающих то, что я говорю у нас, у всех. Поэтому я желаю нам всем удачи. Я бы хочу, чтобы меня правильно поняли, я со Славом Георгиевичем уже на дебатах бывал здесь, поэтому мы не на равном положении мы сейчас с ним. Поэтому меня хочу, чтобы поняли правильно. Я не хочу в этой студии, чтобы кому-то неловко стало, тем более, чтобы изменилось состояние здоровья. Поэтому я желаю тебе здоровья, дорогой, удачи. Я эту студию покидаю, извините. Ой, это уже не первый случай в вашем суде. Леонид Юрий Павин тупса нижуэште. Эсма, убри акацакот. Акуэ канакот. Аслан Георгий. Ара я цахцап нас Аслан Георгий Паша, ара шкуана гарала тула хадарахшнера при ишпакашцо. Абаси пшайчо гылара камлар цызуху наске випшти ашуксызы и рабаске бри январа зуху нахушерас яхтой ахтыску. Хлубзеку, хатырску, ателе хупшца,
хубди по ажурнистша, хубди от гур Амиран па, сиграбхед за сарубус фарста хуб, бзени вдруит, имчи вжирабха, убус я лет это глазаща, а хучик агумбзира хане, имчи вжа авриакомпания сагхед, а коллега США Рюджиги от гур Амиран па ги. Алиэнд Юрий Паги, Бриам Тезе, Убис Сархет, Етахар, Иега Тухар, Хазразупха, Убризахан, Таупха, Шасрастахуб, Уяк. Ба, Бриза Тагла, Зашева, Хайсаудзом, а Бриум Шибзя Сахакхаз, и на Куршене, Снеер Сахестаха Закатаква, а район Кваджирги Сахимдзидзид, и Хестаха Захенджира Сахимдзидзид, и Хабгал район Симнидзид, и Китакатаквар Ан, Убртавар Ан Рабхадзе, из фарста хопа там заара, близо хаза, близо усоп, ялц не алоз гисне, он аха уйза тагла заша смауит. Шаги из фарциста хова тра абсалман рахаз зорзуха на псанену хаду, убрати рыдесного фарста хоп. Псифилома хаштфа вио русфилома. На сазара псифила инисти, ва псифила так сахарста хынна, у русфила хазазнейша ге насы ифяхта шо заара. Ихала за тагла заша юниски випшукса, Артуха в сайт, обвью январа зикла, за тогда заши, зикалы, амбар, яхто, и лкаука с цара. Юниски випшук сахи, что фышук сати, фышук сарвинус, ала уйо, объектив для днесни и ровет, а бриз захказ, сарус и цавазар, и кладзамисту бриз, а тогда заши, а бри алартха, а бри аларада псухама замха, избенок зар, и вдруг Юницкий Зевшук сразал Храпхан, Александр Анпаб Даяет, Вейзер Даяет, и Уэй Айра Схартит, Схалазархуз, кандидат Ша Рауль Хаджим Баид Зайгирт, Саги Ридер Колта Усурацон, нас Юницкий Вейзер Сразал Алай. И бзидзин вдруит мир хоз от глазаща, а прилад сави растахца маха фенца сала сави. Ша фенца с гисит срыз газомус. И с посуме дзимазе на гуце, и с тахца. Ну, если в тахам за рубуси ашца, уя стара, а ныж нас была хадрахи, что не убуси пшик от глазаща, амларца зухана ярко. Убуси от глазаща, амларца зухана, и хап алхрапа, а уй да я иро пак, да я иро. Я хап, и нюски, все еще к сразе, а рез зара, и тебе дземест, и шок на газ. И хан, я це за проблема куа. Да на яла качтеха закон дак на пару. Уй ба, ах петпи, хаку тропа политический экстремизм. А стара птиит, а уй у серхит, там ква бизах не усрхит, и уй пшим, а шауга узко аутет рхит, а винткара узнукум гет рхит. Ахинкара узахат ухамит клет. Адский узк по аутет хабарцы герам хоз, убуса аме усаку зиша аз. Абрякун лет мотив сямаз, убуска никла за стара коништир хоз, а политика яцна хоз, убуска нти оппозиция хайб хатез. Фышук сатит, ярбен зала гирвака подтверждения, а молдит я артез обвинения. Вы закон безвшал вала совезар, яхцу, а клевитаху пишахцу, чакал яхцу. Средары из тахуб, хазин их черепка и шахто усрурц. А у их харазар, тербен зоологи, ахара имя зароб. Не должно быть ни у кого охранных крамот, независимо от того, в каком он лагере находится. Если человек нарушил закон, он должен быть привлечен. Если его обвиняют на незаконных основаниях, перед ним должны принести извинения. Или сами должны понести ответственность за клевету. Для того, чтобы такого рода события не повторились, действия властей прежде всего должны носить законный характер. В стране огромное количество проблем, в том числе объективных проблем. Конечно же, люди, которые исповедуют политический экстремизм, будут этим умело пользоваться. Это есть везде. Это не только у нас здесь. Поэтому необходимо уметь отличить политический экстремизм от реальных проблем. Потом мы должны исходить из того, что у нас этот процесс, связанный с расколом общества, к сожалению, зародился в 2004 году. И в основе этого тоже лежит политика. А в частности, в основе этого раскола
в основном, на мой взгляд, лежит следующее. Надо уметь выигрывать и надо уметь проигрывать тоже. Необходимо уметь признавать проигрыш. В 2014 году я был кандидатом в президенты. Я не могу сказать, что эта кампания прошла безупречно с точки зрения соблюдения законов. И победа кандидата Хаджиба была меньше, чем на 1%, если вы помните. Он набрал 50 целых, там сколько-то десятых процента. Но я признал эти выборы. Хотя у меня были сторонники, которые были против этого. Но я, опять-таки, не с удовольствием об этом говорю. Но я не знаю ни одного случая, когда выборы были признаны, итоги выборов со стороны бывшего президента Хаджиба, к сожалению. Ни одного случая, кроме 2014 года. И 2019 года, когда его победа носила сомнительный характер, когда этой победы не было. Вот основные первопричины. И ряд других нерешенных социальных проблем, безусловно. Ну, об этом мы скажем в контексте и других вопросов. Основные причины в этом. Потом нужно уметь исходить из того, что проголосовал человек за тебя, не проголосовал. Это важно в период выборов. Но это не снимает проблему после выборов. Это граждане. Граждане имеют определенные права. Эти права должны быть обеспечены для всех, независимо от того, они твои сторонники или нет. Силой закона эти права должны быть обеспечены. Эта линия должна проводиться безусловным образом. Я очень надеюсь на то, что к этой культуре мы придем. Я рассчитываю на молодое поколение политиков. Они в этом плане должны вырасти. Мы должны уйти от плохих и не очень полезных поведенческих стандартов, навязанных исключительно из политических соображений, за которыми стоят узкие интересы, а не общенациональные интересы. Пока так бы я ответил на этот вопрос. Табуб, Адгура Миранипа, Ферахкуанагара. Табуб. Арес Сара Хомпада и Хадос Сару, Паяша Хоза, Швейшхит, Жашку Саха Сара, Аслан Герги, Пасик Кушаха Тупари, Жашку Сара Хоп, Юнуски Апшивит и Шуксей Неркна, Убри Хачу. Уже из Харо Хишталар, Шаан Заги Дахзып Шау, Мизахан Виски Сала Чурс Тахзым, Йоказатви. Сара Абхян, Абсатили Хопша интервью на Рысту, Абхяту интервью, Уси Свит, Сажвелацин. Уси Алар Ажвар с Раскомандой Ядгалар, Аслан Георгипа и команда Ялухо, а профессионал что Леонид Юрий Па и команда Ялухо, а профессионал Сыткалана, самочила сарадвигиды сагу, маха Ирдышкал. Я и Раус и Сахор взял. Наски, айбатри, вра Хайлахра. Ира Хайлахра за ски. Из заку и баанага, убрилка ату. И я ухоп, что за хабалаки хайлыху. А у хама чуньер хайлыху, театра чуньер хайлыху, по интеллигенции, та чаршки убри хаму. Убри заги анахкаларс, а закон загирзахан и пшна уса озеру. Наски алхракуны и слаги, уруту со сту хавалагар, чешу кулнагасум. Наски обижаха по бри алхра та компания хахынзачу. Хахынзачу хара хадгылы чуги рачующа хакшузару. Избанок зар зызнал у вас и сахаута, а игоги уси он яшу хар Аслан Георгий па я жалаться на фитнес, чим из адакшен да, замыс краснар адануха, да хынза амыс. Нас хара яхца зрдурут хангылт, нас хапсуры шахёз халамас или шахёз и табуб и хейлышкау. Аха Леонид Иван и Палакирбад луккал на хара хада алхрука алазуми. Уяца на кой. И лыхрук зами. И лахкавару бхарайха алхича. Уру кандидат алхра корж даца хазар, урай бычра умыца хази. Усаджлари ртаххи. Наски абстаза арабу. Убриоп, я аркешну вывозил. Это был. На сердце старстаху в сайт я харкал кое тема. Январ разыхалас. Январ разыхалас. Сарейшиз был высок. Винецкий сейвшук сразы. Алхрапа сарасры лохцамест и вдервы. Алхрапа, кто бы как ни трактовал наш закон, если даже пытаться это толковать в
пользу действующей власти, эта победа носила исключительно сомнительный характер. Победа действительно сегодня в Абхазии, любой из кандидатов должна быть бесспорной. Чем больше количество голосов получает кандидат, тем больше его легитимность. Вы знаете, сегодня очень много проблем, это очень важно. Поэтому все, что произошло потом, было связано с итогами выборов во втором туре. Фактически речь шла о незаконном удержании власти. В последующем решение судей и так далее, все это подтвердилось. Так делать нельзя. Вообще я исходил из того, что вы, наверное, помните выступление вице-президента Габня, который выступал, по-моему, это было в 2018 году, он подал в отставку. Он давал определенные характеристики состояния дел в стране. Характеристики состояния дел в стране давал бывший исполняющий обязанности премьер-министра Арзинба Шамиль Умарович. Давали специалисты и ученые. Но это было очень сомнительно идти на вторые выборы. Этого не надо было делать. Мы очень тяжело прожили эти 5 лет. Адгур Амиранович экономист, и он хорошо владеет цифрами. У нас всегда были проблемы. Не было такого периода, когда у нас не было проблем. Но их стало еще больше, к сожалению. И об этом говорят цифры. Основные, фундаментальные цифры. Мы должны исходить из того, что Конституция Абхазии устроена таким образом. 53-я статья Конституции наделила огромными полномочиями главу государства. Это он определяет приоритеты внешней и внутренней политики. Конечно, ответственность несут и министры, и премьер-министр, и все члены кабинета, и парламент. Но основная ответственность на нем. Он может поддержать инициативу. Он может ее отклонить. Это нужно понимать. Так у нас конструкция власти устроена. Поэтому мы получили 9 мая. Ничего хорошего в этом нет. 9 можно, мая. Можно? Да, конечно. Я просто обращаюсь и к Руслан Георгиевич, и к вам, и к вам. Ну, мы можем, конечно, я за иронию меня извините, принести портрет сюда бывшего президента, но он уже не действующий президент. Поэтому я бы хотел больше обсуждать текущую ситуацию и будущие планы наши программные. Поэтому ну, мы как раз переходим. Я думаю, что так. И, кстати, что касается раскола в нашем обществе, в том числе это связано и с безнаказанностью, безответственностью отдельных товарищей. Потому что мы уже стали для нас нормой, когда определенная группа лиц может себе позволить захватить МВД, например, за то, что ему министр внутренних дел не нравится. Можем напасть на администрацию президента. Кстати, вот, Слан Георгиевич, пока вы отсутствовали, я хотел бы обратить ваше внимание, я, честно говоря, ожидал реакцию по этому поводу. На информационном агентстве, это не анонимное информационное агентство, а наше информационное агентство, СНИХЯ, после того, как появилась информация о ухудшении вашего состояния здоровья, буквально через 10 минут, если я не ошибаюсь, появилась информация о том, что, коллеги, вы меня поправите, там отравлен или вновь отравлен. Такая информация появилась. Потом, значит, люди были взбудоражены, я их понимаю, они пришли к администрации президента и, значит, таким образом отреагировали. Я думаю, что за такого рода безосновательный вброс информации должны нести ответственность. Это не первый случай в нашей истории. Такого рода вещи имеют место. Вообще ответственность за деяния, она должна быть. Потому что мы и в 2014 году видели, и в 2004 году видели, и вот сейчас январские события видели. Но это свежо в памяти, поэтому я об этом могу сказать. Когда люди, значит, вместо того, что ответственные политики в данной ситуации, на мой взгляд, я никогда не поддерживал такого рода действия и никогда в них и не участвовал. На мой взгляд, ответственный политик должен осуждать такие вещи. И не принимать в них участие, а осуждать, не оправдывать. Когда люди приходят, значит, в администрацию президента, это же не мой дом, не дом президента, это администрация президента. Вот чтобы у нас была администрация президента в Абхазии,
погибли тысячи людей. И когда человек приходит, мой сторонник, сторонник Аслана Георгиевича Бжаня, неважно, приходит в кабинет главы государства и поднимает телефон и звонит там, алло, Путин, понимаете, за это надо нести наказание. Это кабинет не Рауля Хаджимба, личный кабинет. Это в этом кабинете сидел, трудился Сергей Васильевич Багапш, Владислав Георгиевич Арзенба, первый наш президент. Кто имеет право так себя вести? Поэтому и в 2014 году наверняка такие примеры есть, и в 2004 году таких примеров. За это должны люди нести ответственность, персональную. Люди сами по себе на митинги не приходят. Людей кто-то подталкивает на это. Кто-то звонит, кто-то обеспечивает топливом, автомобильным, кто-то за этим стоит. И это не какие-то, значит, граждане каких-то вражеских государств, это наши с вами граждане. Вот пока эти граждане не поймут на себе лично, что такие методы ведения политической борьбы будут наказываться, нет смысла там наказывать крестьян, которые от такого рода информации, провокации, конечно, реагируют. Я их понимаю, там мышцы. Ваши односельчане, Аслан Георгиевич, замечательные люди, я с ними пообщался в тот день, вышел к ним и очень тепло с ними поговорил. И, кстати, я им обещал, что я обязательно приеду в Тамыш. Я надеюсь, что это у нас получится сделать вместе. Мы Абриапсу, Ачеджика и Захео, мы вместе посидим. Я их ни в чем не обвиняю. Я обвиняю тех, кто за этим стоит. Ответственность надо проявлять. Вы хотели прокомментировать? У меня просто к вам вопрос есть. Если... Я хотел продолжить. А, пожалуйста. Прошлое нас держит мертвой хваткой, не отпускает. Видимо, придется дать правовую оценку всем событиям. Наверное, все-таки придется это сделать, хотя я думал, что можно было бы ограничиться политической оценкой. А вот на таких переломных этапах некоторые государства пользуются вот такими подходами, как правосудие переходного периода. Принимаются нестандартные решения. Это было для меня давно, и я хотел стереть с памяти многие события. Теперь получается, что я это говорю за глаза. Я знал, что вопрос 5 июля может быть поднят. И в связи с этим подготовил несколько документов. Лично приношу. Мне не совсем корректно говорить в отсутствие Леонида Юрьевича, но я вынужден сказать, потому что... Аслан Георгиевич, это же не личный вопрос Леонида Юрьевича. Он занимал пост министра внутренних дел. Он занимал пост министра внутренних дел. В связи с этим, к большому сожалению, я вам это оставлю. Независимо от того, как пройдет 22 марта, хотел бы этот документ... Уточним для телезрителей, 5 июля идет речь 2000, о... Да, мероприятие 16-го года, 16 год, МВД. Здание МВД. Угу. Значит, вы, наверное, помните, перед этим указом президента Хаджимба в стране была определена дата проведения референдума о доверии главе государства. Значит, в МВД за 2 недели до этого проводилось совещание. Есть документы, которые свидетельствуют, и вот текст. Выступил министр внутренних дел с прямыми угрозами в отношении своих подчиненных. Он сказал, что там будут стоять камеры. Если вы туда придете на референдум, вы будете уволены. Об этом говорит, к сожалению, должностное лицо. Он имел в связи с тем, какую должность он занимал, возможность свои слова привести в исполнение. К большому сожалению, Адгур Миранович, его действия подпадают под признаки преступления статьи уголовной Кодекса 136 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Причем признаки состава преступления оконченного. После этого, когда это все было задокументировано, есть видео, не видео, а аудио выступление, есть текст, я вам это перешлю, у меня даже с собой. 3 бывших министра внутренних дел, генерал-майор Хеце, Абисалом Бея, Лолуа, пришли к действующему главе государства, Хаджимба, и сказали, вот такая картина сложилась, вот документы. Для того, чтобы ситуация не обострилась, есть все основания, чтобы вы его отправили или в отпуск, или отстранили от должности на период
подготовки и проведения референдума. Потому что в действиях должностного лица, к большому сожалению, окончен состав преступления. Я немножко в этом разбираюсь, мои дорогие друзья. И я готов отвечать, выступать в любой аудитории со специалистами-правоведами, что это именно так. Отсутствие реакции со стороны главы государства спровоцировало вот эти действия. Уважаемый кандидат, при этом я не говорю, что эти действия, они были симпатичны, они были спровоцированы. Мы только что неоднократно, несколько раз озвучили тезис о том, что перед законом все должны быть равны. Принцип равенства всех перед законом должен быть реализован сверху вниз. Это в большей степени касается людей, которые наделены властными полномочиями. С них берут пример. Уважаемый кандидат, у меня вопрос. Секундочку, можно ли я оправдывать? Нет, да, Саид, подождите. Да. Аслан Георгиевич, я с вами спорить не могу, потому что из те факты, которые вы озвучили... Я готов это передать вам. Ну, я пожалуйста. Знаю, это мы все это видели, слышали. Но прошу прощения, если я неправильно вас понял, но по вашей логике получается, что если кто-то совершил преступление, то в ответ надо совершать другое преступление. То есть, если сотрудники Министерства внутренних дел, как было сказано вами, я это допускаю, были в адрес их угрозы или какие-то там ущемления их права, они имели право или от их лица кто-нибудь обратиться в суд и затребовать соответствующую ответственность для... А то, что далее происходило, это никак не вписывается ни в норму закона. Там пострадало, насколько я знаю, более 15 сотрудников милиции, которые были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. И это факт, печальный факт нашей истории. И когда мы говорим о том, что у нас есть большие проблемы в экономике, я хочу вам сказать, что у нас большие проблемы в экономике, проблемы в экономике есть, они есть везде, в любом государстве, но в том числе и из-за вот такого рода действий. А может быть, Аслан Георгиевич, в чем-то здесь и прав, и бездействий соответствующих руководителей. Может быть, я здесь с вами спорить не буду, если бы руководство отреагировало подобным образом, может быть, этого не было. Но это никоим образом нам не дает права говорить, что это правильное поведение. Значит, могу я продолжить? Я не сказал, что это правильно, и это не вписывается в логику моего поведения. Это объясняет события, которые произошли там. Кстати, угроза была высказана не только в адрес сотрудников милиции, членов их семей, которые могли прийти на референдум. Угроза была высказана и в мой адрес, что я буду задержан и посажен в тюрьму. Это первое. Второе, все остальное произошло спонтанно. Там не было никакой организации этого мероприятия и целенаправленных действий. Я просто не хочу на эту тему говорить. У властей Абхазии было достаточно времени, чтобы поставить точку в этой истории, в том числе правовую. Компетентные органы могли в этой истории поставить точку. Они же могли поставить точку в истории 2014 года. Кстати, на заявление ряда общественных партий и движений, Генеральная прокуратура, я не помню, кто тогда был генеральным прокурором, по-моему, Таня ответила, что в 2014 году в действиях митингующих не было состава преступления. Там не было никакого преступления. Так это называется с точки зрения тех, кто стоял на страже закона. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Избирательный подход к наказанию порождает и провоцирует такого рода действия. У нас небольшое общество. У нас невозможно утаить такие вещи надолго. Это плохо. Это не наш прием должен быть. Этого не надо делать. Это случилось. Задали вопрос, почему это произошло. Так вопрос был задан. Потому что это было спровоцировано бездействием властей и конкретных руководителей. А я это не поддерживаю. Аслан Георгиевич, я не могу не сказать.
Вы говорите, что вы это не поддерживаете. У нас в этой студии с вами были на эту тему не дебаты, но у нас был прямой эфир, где вы высказались немножко по-другому. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Если мы уже пошли конкретно по историческим событиям, 9 января произошло то, что произошло, я имею в виду текущий год. На самом деле туда пришли люди не из оппозиции. Это пришли люди с болью в сердце, мотивированы другими вопросами. И мы их понимаем. Правда, я никак не поддерживаю то, что было сделано, не имею права. Я об этом открыто говорил и им, и сейчас могу сказать. И, Аслан Георгиевич, насколько я помню, вы вечером того дня выступали и призывали людей прийти туда, поддержать эту ситуацию. Я, честно говоря, от вас ожидал немножко другой позиции, как политика опытного, тем более, как вы говорите, что у нас череда этих событий, она не заканчивается. Я все-таки ожидал того, чтобы вы выступили с осуждением такого рода методов. А оказалось, что вы призываете людей прийти и продолжить эту акцию. Что касается законности пребывания Рауля Хаджимова на посту президента и так далее, это же все решалось в рамках суда. Было первое заседание, потом было второе заседание. Кстати, оба решения были прямо противоположны. И это вопрос в юридической плоскости. Но, как сказать, становиться продолжением или становиться на основу того, что люди пришли с болью в сердце, выразили свое недовольство, и дальше продолжать этот путь, мне кажется, это не то, что нас будет объединять, Аслан Георгиевич. Это мое субъективное мнение, вы можете с ним не согласиться. Но я еще раз говорю, я никогда не поддерживал и не буду поддерживать такого рода действий. Вот 3 числа марта я, как кандидат в президенты, там люди собрались и с одной, и с другой стороны, это наши граждане. Посчитал нужным прийти и к одним, и к вторым. И, кстати, спасибо большое всем, что они, мне кажется, услышали, о чем мы говорим. Увидели мою искреннюю обеспокоенность состоянием дел, состоянием здоровья Аслана Георгиевича. И мы в этот день сумели разрядить обстановку. Я думаю, что если все политики будут себя вести таким образом, вот все до единого, потому что это же большая ответственность. На нас смотрит вся страна. Вот мы два кандидата в президенты. И Леонид Ильич ушел. Вот как мы себя ведем, это будет отражаться прямо на наших сторонниках и на избирателях, на всех гражданах Абхазии. Поэтому это очень важно. И в этом ключе, я думаю, что мы и продолжим. Дальнейшее осталось здесь не так много времени. Если позволите, у меня есть вопрос к Аслану Георгиевичу. Я эту тему продолжу потом, тогда у меня. Да, у нас просто на этой теме очень много. И тогда мы ее закроем. Времени достаточно, уважаемые кандидаты, пожалуйста. Леонид Юрьевич нам добавил времени своим. Наша задача предоставить вам максимально комфортную возможность для общения. Давайте. Я бы хотел в этой истории поставить точку. Да, пожалуйста. 9 января прибыл в Абхазию примерно в 18:00. Проходило заседание парламента. Я был один из тех депутатов, который обратился к президенту с предложением сложить свои полномочия с учетом того, что с учетом той ситуации, которая сложилась. Я не хочу выглядеть как человек, который оправдывается. И я это сделал осознанно. Я обратился к людям, и я готов это повторить. Да, потому что я считал это правильным. Потому что я считал, и это подтвердилось, что эту должность с октября месяца занимали незаконно. В этом моя принципиальная позиция. И если будущий руководитель Абхазии будет проявлять факты беззакония, у него судьба примерно таким образом может и сложиться. Люди устали от этого. Эта история последних 3 месяцев написана, как это, белыми нитками. Натянутая история, притянутая. Для того, чтобы не усугубить ситуацию, парламент обратился, а в парламенте опытные люди. Они знали, из чего исходили.
и не было такой силы, которая могла бы убедить людей разойтись. Любой мог прийти и сказать: разойдитесь, почему-то я таких там не видел. Дгура Миранович, есть ли у вас вопрос, да? Любой гражданин. У нас просто тоже есть один вопрос. Эта тема у нас можем закрыть, не закончится. Я так понимаю, что просто, тема глубокая. Аслан Георгиевич, проблема в том, что те люди, которых вы позвали, я не знаю, конкретно те, кого вы пригласили туда, потому что те, кто пришли в начале, я знаю, точно этим не занимались. Угу. Вот те люди, которые пришли потом, они, еще раз говорю, это, я не говорю, что это ваши сторонники. Угу. Они разгромили администрацию президента. Не осталось ни лампочек, ни ложек, ни вилок. Они разгромили администрацию президента после того, как я позвал, или до? Я позвал. Это я был там примерно. На следующее утро, я вас встречал, мы встречались с вами, мы говорили о том, что, если вы помните, что необходимо дать возможность работать правительству. Там было много людей, которые не пустили премьер-министра на работу, и, кстати, из-за этого там многие вопросы сдвинулись на потом. И я считаю, что если как минимум надо контролировать тех людей, кого мы собираем. Если мы их контролировать не можем, тогда лучше вообще перестать кого-то призывать собраться. Который ходил, Аслан Георгиевич, по кабинету Владислава Арзенова, для меня это кабинет президента нашей страны. И, значит, с таким юмором там развлекался, по-другому я не назову, это не мой сторонник. Это ваш сторонник, Аслан Георгиевич. И я не слышал, чтобы вы его осуждали. Ни публично, ни как-то иначе. Поэтому вот я про это и говорю. Я вас не осуждаю. Я говорю, что вот такая безнаказанность приводит к вот такому беспределу и бардаку. Когда любой человек считает, что он может зайти, знаете, черта, грань. Вот когда нет грани дозволенного, когда любой может себе позволить все, что хочет, тогда будет вот такой бардак и беспредел. Будет он мой сторонник. Будет он сторонник Аслана Георгиевича Бжаня, неважно, совершил подобное деяние, должен быть наказан. Все. А я считаю, что это неуважение к нашим государственным институтам, к символам власти. Еще раз говорю, для того, чтобы этот кабинет существовал, я не про Хаджима сейчас говорю, это не его дом. Чтобы этот кабинет существовал и наверху стоял абхазский флаг, за это отдано много жизней. Это нельзя забывать никогда. Уважаемые кандидаты, мы повторяемся. Разрешите, мы не повторяемся. Конечно, мы попробуем эту тему закрыть. Давайте. Хочу напомнить аудитории, телезрителям, ни один из моих сторонников не имеет никакую охранную грамоту. Руководители правоохранительных органов, которые назначены были господином Хаджимба, все без исключения находятся на местах. И они могут принимать те решения, которые они считают нужным. Что значит ваши сторонники? А вы не исключаете такую возможность, что это могла быть провокация в таких случаях? А вы должны, на мой взгляд, посмотреть на эту ситуацию по-другому. Когда собираются люди, туда приходят совершенно разные элементы. И преступный элемент приходит. Да. Это обычно бывает так. Поэтому такие процессы и носят деструктивный характер. Но наказание у нас, оно должно носить конкретный характер. Наказание должно быть, да, персональным. Персональный характер. Поэтому я такие вещи не говорю и не принимаю. Надо еще спросить, если это интересно, кто там чей сторонник. Я могу имя назвать, кстати, сегодня. Кстати говоря, Иона Сакани. Да, кстати говоря, те, кто 9-го там пришел с утра, это большинство из них активные сторонники Рауля Хаджимба на последних выборах. И многие из них об этом говорили. И история этой трагедии тоже упирается в выборный процесс. И это никто не опроверг. Это так. Можем продолжать или закроем? У меня есть вопрос. Мы много говорили о прошлом. Наверняка это важно для того, чтобы предугадать какие-то сложные события.
в будущем. Сейчас озвучу вопрос. Это очень займет будущее. Мало ваше времени. Раз уж я начал, Эдгур Амиранович, вопрос с подсчетом голосов избирателей во втором туре не урегулирован. То есть получается, что мы можем снова столкнуться с той же ситуацией, которая разворачивалась в рамках предыдущих выборов. Вот у меня вопрос, вы как кандидаты в президенты, этот вопрос пытались отрегулировать, ставили в парламент. Получается, что в случае там второго тура, буквально на следующее утро, народ Абхазии снова в очередной раз, спустя несколько месяцев, может оказаться на грани очередного конфликта, на грани серьезных столкновений, Эдгур Амиранович? Не окажется на грани серьезных столкновений, если политики будут себя вести ответственно. Есть закон, есть инстанции, есть суд в конце концов. Поэтому почему должны оказаться? Надо себя вести ответственно. Что касается урегулирования двойного толкования норм этой статьи закона, мы обращались в Центральную избирательную комиссию, в Верховный суд и в парламент о том, чтобы каким-то образом или так, или этак отрегулировали. К сожалению, Верховный суд нам ответил, что это, мягко скажем, не наша история. ЦИК, насколько я помню, сказал, что это вот как парламент решит, так и будет. Парламент не так давно заседал, и они только внесли в закон положение, которое включает бюллетень для голосования, пункт против всех, и все. Я, честно говоря, не знаю, почему это не может быть отрегулировано. Вот Аслан Георгиевич депутат парламента, почему Аслан Георгиевич парламент не принимает такие решения? В парламенте, судя по всему, разные точки зрения на сей счет. Думаю, что эта проблема в известной степени еще и политизирована. У меня не было возможности принимать участие в работе парламента по известным причинам, поэтому знаю, что ВОЗ и нынче там. А вот то, что вы сказали, что эта ситуация не повторится, если политики проявят ответственность, я в этом плане с вами соглашусь. Я надеюсь на то, что не повторится. У меня уже есть опыт выборной работы, и я рассказывал уже о том, что в 2014 году я принимал участие в выборах и не стал источником каких-либо проблем. Я могу, кстати, пожалуйста, подтвердить, пускай никто не подумает, что я сейчас как-то негативно как к Аслану Георгиевичу отношусь. Аслан Георгиевич Бжаня является элементом стабилизирующим, а не дестабилизирующим в нашей политической жизни. Особенно вот последние события этому подтверждение. Я после того, как поехал в Краснодар, мы пообщались, ситуация стабилизировалась. Я это должен был отметить, Аслан Георгиевич. Это получается, что народ Абхазии должен надеяться на волю, на благоразумие кандидата, проигравшей стороны, если в этой ситуации может быть проигравшая сторона. Проигравших не будет, потому что мы же не на войне. Кому будет отдано предпочтение избирателей, тот займет пост главы государства и займется решением всех проблем, которые перед нами стоят. И если, я уже говорил, если предпочтение будет отдано нашей команде, то мы будем приглашать и профессионалов из команды Аслана Георгиевича Бжания, что позволит, на мой взгляд, объединить людей, и чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Наши усилия должны быть направлены на то, что проиграли, знаете кто? Проиграли коррупционеры, которые наверняка есть и в рядах сторонников моих и Аслана Георгиевича Бжаня и других кандидатов, которые рассчитывают вновь занять какое-то кресло, решать свои какие-то собственные вопросы. Вот они должны проиграть. А те, кто любит родину, хочет ей служить честно, они должны выиграть, они должны объединиться. А таких людей, я уже говорил здесь на пресс-конференции, у нас такая тенденция в Абхазии, историческая реальность. Вовремя они посажены в тюрьму коррупционер, потом превращается в политического деятеля. Вот этих товарищей надо всех, посадить в тюрьму. Потом Аслан Георгиевич по профессиональной своей части, он же работал в госбезопасности. Мы не должны забывать еще о том, что в Абхазии действуют, я абсолютно уверен, действуют и другие силы, которые направлены на стабилизацию обстановки. Вот нельзя им давать коридор возможностей, поэтому ответственные политики
должны встать друг с другом рядом. А кто возглавит эту команду? Аплит, народ Абхазии, граждане Абхазии. Ну, закрывая тему, не могу не воспользоваться возможностью, не задать вопрос вам, Атгур Амиранович и Аслан Георгиевич, и спросить, готовы ли вы в случае второго тура на утро, после того, как голоса будут подсчитаны, независимо от того, что там будет разница в 1000 голосов, вот готовы ли вы признать эти итоги выборов и поздравить своего оппонента? И на этом эту тему закроем. Аслан Георгиевич. Если вы обратили внимание, да. Я не знаю, я никогда не пользовался такой терминологией в ходе вот этой выборной кампании, как выигравший и проигравший. Это не соответствует моему видению. Я говорю следующее, если мы нам доверят, то будет так. Мы учтем опыт последних событий в обязательном порядке. Мы не можем раскачивать лодку, в которой сидим. Этого не будет. Никакого кризиса, связанного с выборами, быть не должно и не будет. Даже если разница там будет минимальная, в 1000 голосов, например. Не будет никакого кризиса. Это Гурам Иранович? Но не в 1000, даже будет в один голос разница. Мы уже в своем заявлении от штаба сказали, что итоги голосования, которые будут озвучены из Центральной избирательной комиссии, мы примем, и дальше жизнь будет продолжаться, на этом жизнь не заканчивается. В 2014 году в первом туре господин Хаджимбы выиграл благодаря 400 голосов, 400 с чем-то было. Илкап, халатшажа была фанерствия политика. Ярбан чечоку, ярбан мёку, шерашхи ефирху, апснахи пшимра, ицеги ахюнткара, ко ез харцар цазуфен. Наски картулы апсны рейзы газаща, ко шерейш пайфу. А так, а сода сараса? Зиграб хадза сарус завазар. Харахюнткара, винца тегла зачер, ухвату. Нас собственно кало гирт хатара и гирт ахюнткара ква ракунпи. Избенок зер хаха уахар, тегла зача бзехар, хазтахо, рацвахот. А винца пиусква, принципиальный характер носит наше взаимодействие с Российской Федерацией. Это наш стратегический партнер. И на мой взгляд, мы имеем очень много возможностей потенциальных, которыми не пользуемся, особенно в последнее время. Я говорю, исходя из тех цифр, которыми располагаю, из тех цифр, которые дает нам Госстат и Центр стратегических исследований при президенте. Поэтому это направление работы необходимо усилить. Не думаю, что наших граждан устраивает состояние дел на грузино, на абхазо-российской границе. Эта граница напоминает границу не между дружественными государствами, а государствами, между которыми наличествует там большое количество проблем. С учетом того, что у нас значительное количество граждан Абхазии имеют российское гражданство, там так быть не должно. В ноябре 2014 года был подписан межгосударственный договор, в соответствии с которым в течение 2 лет режим работы государственной границы должен был измениться. Перемещение, переход лиц, товаров, услуг, да. Все это должно было быть упрощено. Этого не произошло. Почему? По какой причине? Я неоднократно говорил и говорю, на этом документе стоит подпись Владимира Владимировича Путина. Я точно знаю, что это человек, который дорожит своей подписью. Но, тем не менее, положение этого договора не реализовано. Думаю, что это происходит по субъективной стороне, исключительно по субъективным причинам. Так быть не должно. Мы не окрепшее государство. У нас огромное количество проблем. Нам нужна помощь. Ту помощь, которую нам оказывают, мы не можем в полной мере ее использовать. И это тоже факт. И я об этом тоже говорил неоднократно. Надо, значит, найти тот формат взаимоотношений, который позволит использовать эту помощь более эффективно. В рамках этих двух договоров
фактически подписав межгосударственный договор, мы поделились частью своего суверенитета. Дальше должно быть понятно следующее. Где проходят красные линии? Какие вопросы являются вопросами нашего совместного ведения? Какие вопросы являются прерогативой исключительно абхазской стороны? Тут надо поставить точку в этом, чтобы не было ни обид, ни каких-либо поползновений. Неумение решить часть наших проблем внутри нами иногда сподвигает российскую сторону на активные какие-то действия, которые не нравятся, возможно, нашим гражданам. Это провоцируется отсюда, изнутри. Никого не может устраивать тот уровень преступности, который имеет место быть здесь, в Абхазии. Преступным посягательствам подвергаются как граждане Абхазии, так и граждане Российской Федерации. И я не верил, сейчас знаю уже точно, абсолютно знаю следующее. Был похищен такой бизнесмен по фамилии Яковлев. Деньги были переданы на площадке комплекса администрации президента за шлагбаумом. Туда привезли выкуп, положили в машину и ушли. И об этом знают многие в Российской Федерации. И это факт. И таких фактов очень много. И это не устраивает ни нас, ни наших российских партнеров. И это не работает на укрепление наших взаимоотношений. Вот это все надо убрать. При этом мы всегда должны уметь отстаивать свои собственные интересы. Военная безопасность совместными усилиями обеспечена. Пограничная безопасность обеспечена. Внешняя политика координируется. Признание Абхазией Сирии, я думаю, что это совместная работа двух государств. Если кто-то вам скажет, что это исключительная заслуга абхазского государства, я в это с трудом поверю. Скорее всего, даже не поверю вообще. Нужно быть в этом смысле реалистами. Поэтому ключевое значение имеют линии раздела наших полномочий. Тот суверенитет, который мы отдали, и что мы оставили, все это должно быть просчитано и выгодно нашим гражданам. Теперь внешняя политика – это не только Российская Федерация, это остальной мир. И вы имеете в виду, наверное, взаимоотношения с Грузией, или вы это не имели в виду? Да, вы отдали суверенитет, что вы имеете? Не отдали суверенитет. Я сказал, что частью полномочий, частью военной безопасности – это тоже суверенитет. Вопросы военной безопасности в Абхазии обеспечиваются вооруженными силами Абхазии и России. У нас рублевая зона. Это тоже есть часть суверенитета. У нас своей собственной рублевой валюты нет. Я это имел в виду. Пограничная безопасность. Многие государства эти вопросы решают сами. Некоторые государства решают в союзе. Я именно вот это имел в виду. Теперь, что касается взаимоотношений с грузинской стороной. Формат женевских переговоров должен быть продолжен. Тут я исхожу из той установки, которую дал Владислав Григорьевич Ардзинба. Я цитировал его интервью, которое он дал грузинскому телевидению в 1999 году. Надо разговаривать и решать проблемы. Мы победившая сторона. И надо исходить из этого. Вопросы территориальной целостности и независимости не являются предметом обсуждения с грузинской стороной. Это не обсуждается. Но подвигнуть их к тому, чтобы они, если даже не с нами, они это подпишут, пусть в одностороннем порядке возьмут на себя обязательства о невозобновлении боевых действий. Перед Организацией Объединенных Наций пусть такое обязательство возьмут, озвучат. После событий августа 2008 года тяжело верится в их добрые намерения. И это было вчера, и мы это помним. Примерно так, я думаю, мы должны действовать на этом направлении. Я бы хотел сказать, что прежде чем цитировать Владислава Георгиевича Ардзинба, надо еще понимать, какое тогда было время. Мы находились в блокаде, в изоляции.
Это первое. Что касается того, что мы поделились с кем-то частью суверенитета, я так не считаю. Есть масса примеров в мире, где, например, Европейский Союз, там одна валюта, или значит, армия других стран, условно говоря, НАТО, да, блок стран, где есть армия там, в Соединенных Штатах. Есть базы Соединенных Штатов Америки, вот в Узбекистане была, насколько я помню, база, что этот, Узбекистан поделился частью суверенитета, что ли, это не так. Наоборот, наоборот, присутствие Российской Федерации и эти договора, которые были подписаны в основе своей массе при Сергее Васильевиче Багапше, и они укрепили наш суверенитет. И та поддержка, которая оказывается со стороны Российской Федерации, она делает нас сильнее, потому что в соответствии, я сейчас про экономику говорю, в соответствии с договором, соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 12.08.2009 года, нам оказывается еще финансово-экономическая помощь. Поэтому, что касается международной повестки, был вопрос и отношений с Грузией. Во-первых, не только признание со стороны Сирии, и все остальные признания мы... Насколько я помню, все эти вопросы решали, координируя с Российской Федерацией. В этом ничего страшного нет. Там отдельно выделять, что нет заслуги Республики Абхазия, не вижу никакого смысла. Но не об этом речь. Вот для того, чтобы первое условие, для того, чтобы нас кто-то признавал, а в мире очень много стран, их десятки, которые не подпадают и находятся в антагонизме к политике Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Почему я об этом упомянул? Потому что Грузия сама по себе, как международная единица, она не имеет такого влияния. За Грузию на международной арене выступают Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, мощные державы. Вот те страны, которые сегодня в антагонизме к этим державам, вот здесь нам надо дипломатически усиливаться для того, чтобы эти страны, члены ООН, нас признали, у нас установились дипломатические отношения. Как это я вижу возможно сделать? Во-первых, используя полноценный ресурс нашей многочисленной диаспоры, которая по всему миру разбросана. Это первое. Второе. Значит, задействование общественных институтов. Вот у нас торгово-промышленная палата имеет свои филиалы или представителей в десятках стран. Вот это общественный институт, который двигает Абхазию, информацию об Абхазии вперед. Кстати, что касается Сирии, повестку по Сирии, я не хотел бы умилять чьих-то заслуг, повестку по Сирии конкретно, это заслуга в первую очередь ныне покойного Геннадия Леонидовича Гагулия, который тогда был руководителем торгово-промышленной палаты и первый, значит, организовал выезд абхазской делегации в Сирийскую Арабскую Республику. Я, кстати, имел такое счастье, и, кстати, это для меня большая гордость. Я был первое официальное лицо Республики Абхазия, которое получило официальное приглашение от моего коллеги, министра экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики, мой большой товарищ, очень хороший человек. Это приглашение поступило еще до признания и установления дипломатических отношений. Конечно, большое спасибо надо говорить и Российской Федерации, отдельно и послу Российской Федерации в Сирии, который нас принял, который мы чувствовали себя очень комфортно. Ну и правительству, руководству Сирийской Арабской Республики. Третье условие, оно я по очередности говорю, не потому что что-то менее значительное, более значительное. Для того, чтобы нас кто-то с вами признавал, не на бумаге, а на деле, и считался с нами, мы должны окрепнуть. И здесь я согласен. Мы должны экономически развиваться. У нас должны быть силы. Тогда будут с нами считаться и наши друзья, и наши недруги. Что касается диалога с Грузией, я не могу поддержать высказывание там, целого ряда политиков о том, что нам необходимо на данном этапе выстраивать прямой диалог. Потому что помимо того, что Грузия официально не как-то на бумаге, а официально наш враг. Грузия сегодня имеет боеспособную армию в 37 тысяч человек, которые обучают инструкторы НАТО. Американские специалисты приезжают и обучают. Обмундирование, все приходит из Запада. Грузия пытается осуществлять экономическую
аннексию Абхазии. Об этом тоже нельзя забывать. Вот эти все вопросы существуют. Но понятно, что это военная тематика. Если говорить о экономике, в Грузии действует. Вот об этом наши политики иногда забывают. В Грузии действует закон об оккупированных территориях, в соответствии с которым вот мы все сидящие, Аслан Георгиевич и я, вы, мы все преступники, чтобы вы знали просто. Если к вам, Саид, приедет ваш родственник из Российской Федерации, пересечет границу ПСОУ, а не через Ингур, он преступник. И он по грузинскому законодательству будет нести уголовную ответственность. Если мы с вами захотим открыть юридическое лицо и привлечь инвестиции, предположим, из Швейцарии, тот предприниматель, который с нами начал работать, и мы преступники. Как в таких условиях можно вести какой-либо вообще диалог? Я считаю, что там вот какие-то звучат со стороны Грузии, в кавычках, благие пожелания, там от премьер-министра что-то там прозвучало невнятное, честно говоря, не понял, Грузии. Пускай сделают первые шаги. Первое. Шестая статья закона об оккупированных территориях. Там черным по белому написано, что вся экономическая деятельность на территории Абхазии, она запрещена. Почему мы не можем запустить аэропорт? Почему полноценно не работают наши порты? Что это за добрые отношения к нам? Там, как они постоянно, у них название меняется, но суть одна. Какие-то благие пожелания, благие шаги или дорога к будущему. Уже запутался. Какой дорога к будущему, если у нас дети не могут выезжать на соревнования в Европу? До того дошли, что представитель посольства Грузии или Министерства иностранных дел пишет письмо о том, что ребенок, в чем виноват ребенок? В чем? Мы сегодня, я шахматами увлекаюсь. Вот у нас есть в Абхазии Федерация шахмат. Костин Дужба возглавляет. Ему большое спасибо за его работу. Вы открывали школу шахмат. Ну, я не хотел об этом говорить, это в части благотворительности. Что касается федерации. Мы сегодня не можем быть включены в федерацию по шахматам из-за позиции Грузии. Из-за этого в Абхазии мы не можем проводить турниры. Сюда не приезжают к нам в Абхазию спортсмены, потому что участие в турнирах, оно в шахматах есть рейтинг международный. А баллы не накапливают. То есть вот таких моментов очень много. Есть практические вещи, которые грузины должны сделать. Тогда уже мы будем, значит, реагировать соответственно. А как они хотят? Чтобы мы, значит, в одностороннем порядке, что касается и торговли с Грузией. Сегодня существует контрабанда, я не отрицаю. Но это не значит, что если ты не можешь остановить, ты должен возглавить. Вот эти все вещи, надо всегда об этом думать и торопиться. Есть у нас стратегический партнер, Российская Федерация, которая благодаря позиции президента России Владимира Владимировича Путина, персональной его позиции, они нас поддерживают. И вот есть у нас, я здесь согласен с Аслан Георгиевичем Жанин, что надо в рамках женевских дискуссий и таких других площадках искать, значит, выход из этой сложившейся ситуации. Уважаемые кандидаты, осмелюсь обрушить на себя ваш гнев. Мы час находимся в эфире. У вас был вопрос от Гура Мирановича к Аслану Георгиевичу. Я вот эту тему, я хочу одну вещь. Еще час? Одну вещь, значит, когда я говорил о том, что мы поделились частью суверенитета, я уточню, что я имел в виду. Суверенитет – это независимость государства во внешних делах и верховенство закона на территории собственной, самостоятельная внешняя политика. Мы договорились с Российской Федерацией, и в двух договорах это сказано, что мы проводим скоординированную внешнюю политику. И когда мы говорим о координации наших действий, мы добровольно, и они, и мы, учитывая друг друга интересы, делимся частью суверенитета. Именно вот это имеется в виду в данном случае. Понятно. Это можно уточнить у юристов. Все, у меня все по этому поводу. А, Гура Миранович, у вас был вопрос. У меня вообще очень много вопросов. Пожалуйста. Давайте. Да, не меньше. Аслан Георгиевич, не могу не задать этот вопрос. Давайте. Мы всегда говорим об объединении, и это правильно. Аслан Георгиевич, в вашу команду входит очень много бывших чиновников. Я вот назову. Бывший мэр города Харазия Адгур Рафетович вас поддержал. Беслан Федорович Эшба, кстати, который курировал
при Рауле Джумковиче Хаджимба длительное время экономический блок и ту инвест-программу, о которой вы говорили, что мы не осваиваем. Значит, Куправа Беслан Сергеевич, Сергей Миронович Шамба и Александр Анкваб, Леонид Лакербая. Кстати, было время, когда мы слышали, что за один стол садиться не позволяет мораль, или что-то было такое. Ну, это не важно. Какая идея объединяет всех этих людей? Ради чего это объединение или против чего это объединение? Я вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос, а потом у меня еще один вопрос в развитии. Да. Спасибо. Ну, что касается Беслана Федоровича Эшба, он курировал инвест-программу, а вы, как министр экономики, были уполномоченным органом по реализации этой инвест-программы. А, насколько я помню, Беслан Федорович около 2 лет курировал, да. А вы были уполномоченным руководительным органом с 2015 года по сей день. Теперь у меня есть моя собственная идея, и они ее разделяют. Идея строительства абхазского государства. То, что было между ними, это история, в которую я не собираюсь вникать. Эти люди собрались вокруг меня, цели и задачи были обозначены. Насколько я понимаю, эти цели и задачи ими разделяются. Если случится так, что завтра будет иное видение наших перспектив, то каждый имеет право идти самостоятельно. Поэтому строительство абхазского государства – это задача номер один. Цель – это сохранение и укрепление народа Абхазии, абхазского этноса. Вот вокруг этой идеи и сконцентрировались вот эти люди. Не, у меня персональных никаких обид нет, вы правильно меня поймите, я могу список продолжать. Кстати говоря, если эта идея нравится еще кому-то, то я готов с большим удовольствием принять людей. Но как эта идея может не нравиться? Да, поэтому тут я не вижу, на мой взгляд, никаких проблем. Другой идеи у меня нет и другой задачи тоже. Насколько я понимаю, пост премьер-министра, в случае того, если народ окажет вам поддержку, займет Александр Анкваб, правильно? Вот что касается Александра Анкваб, вокруг Александра Анкваб очень много политических сил обращались к нему неоднократно с предложением, чтобы он занял этот пост и в 2019 году. Я знаю от Рауля Джумковича Хаджимба, туда приезжали люди, просили другие политические партии и движения. А вы, кстати, не обращались к нему с аналогичной просьбой? Я знал, что вы это скажете. Я спрашиваю. В интервью Леонида Ивановича Лакербая прозвучало, я так понимаю, что он имел 19-й год в виду, но я не обращался к Александру Золотинскому Анкваб с предложением занять пост премьер-министра. И я, значит, разговаривал и встречался с Александром Анкваб как с одним из видных политических деятелей в присутствии других людей. Да. Это люди могут подтвердить. Разговор был следующего характера, если детали вам интересны. Не, мне не интересно. Ну, я не предлагал пост премьер-министра, в общем, вот такой. Продолжим. Тогда я продолжу ответ на вопрос, который вы задали. Александр Анкваб не является президентом уже более 5 лет, скоро будет 6 лет. Вы знаете, при каких обстоятельствах ему пришлось сложить полномочия главы государства. Вы, наверное, знаете, как министр... Как, ну, я работал тогда, я, кстати, начал работать при нем. Вы, наверное, знаете, в чем его обвиняли. Его обвиняли в разных преступлениях, в тяжких, особо тяжких преступлениях. После этого случилось то, что случилось. Правоохранительными органами руководили люди, которые были назначены политическим оппонентом Анкваб, господином Хаджимба. И ни одно из этих обвинений не нашло своего подтверждения. Ни в чем. Так займет пост премьер-министра или нет? Сейчас я к этому приду. Сейчас мы к этому придем. Не вижу никаких оснований для того, чтобы Александр Анкваб не занял должность премьер-министра. Не вижу поводов. У меня есть фактура. Я могу сравнить период его работы с последним периодом. И там будет видно, как он работал. Мог он работать, были у него достижения или нет. Потому как перед правоохранительными органами он чист, никакие претензии к нему
уже никем не предъявляются. Это была чистой воды клевета. Конечно, он может занять эту должность и займет. Никаких проблем не вижу. Аслан Георгиевич, может, у вас есть вопросы кандидата в президенты? Сейчас, если есть, то у меня очень много вопросов, поэтому, Аслан Георгиевич, лучше давайте по очереди. Давайте по очереди. Адгур Миранович, мой уважаемый друг. Значит, я, конечно, интересуюсь экономикой. Я пытаюсь разобраться в ней. Мне это очень интересно. Недавно ко мне попал такой документ. Называется он следующим образом. Информационно-аналитический материал о состоянии национальной экономики Абхазии за 2014-2018 годы. Вы этот документ, наверное, видели. Ну, тут делаются определенные выводы. Тут изложены тревожные цифры. Приводится сравнительный анализ состояния дел экономики за период с 2013 по 2018 год и с 2009 по 2013 и с 2014 года по 2018. Ну, например, численность занятого населения с 2009 по 2013 выросла на 13%, с 2014 по 2018 на 5%. Угу. ВВП вырос с 2009 по 2013 год на 58%. А с 2014 по 2018 на 15%. Среднемесячная заработная плата выросла на 87% с 2009 по 2013 год, а с 2014 по 2018 год на 8%. А внешний торговый оборот с 2009 по 2013 год вырос на 110%, а с 2014 по 2018 на 19%. И так далее. Далее приводятся такие цифры, как индикатор экономической безопасности. Показывает, что фактические данные превышают пороговое значение в сфере реальной экономики, социальной, финансовой и внешнеэкономической почти по всем позициям. И они тут озвучены. Например, среднегодовые темпы прироста ВВП, пороговая цифра 6, у нас 4 с небольшим, ежегодная доля ВВП, выделяемая национальным оборону и так далее. Вы это должны знать. Могу ответить. Да, в силу... Как вы это прокомментируете? Почему состояние дел ухудшилось в некоторых случаях в разы, и что с этим делать? Почему у нас так произошло? Кстати, вот эти вот цифры, которые сюда здесь изложены, 2009 год, 2013, это те годы, когда работал президентом Сергей Васильевич Багапш, премьер-министром был Анквап, а потом премьер-министром стал Анквап. Это тот период, и период 2014-2018 год, где по этим данным, которые здесь приводятся, состояние дел в разы ухудшилось. Что с этим делать? Почему так получилось? Кто этим занимался? Кто за это несет ответственность, хотя бы моральную? Спасибо. Очень интересный вопрос, и отвечу я на него с удовольствием, потому что Аслан Георгиевич, здесь он состоит из многих блоков. Первый блок – кто несет ответственность? Отвечу в конце. Хорошо. Можно? Что касается то есть, аналитического материала, о котором вы говорите, я с ним знаком. И тот, кто его готовил, и он плохо знает историю Абхазии. Или намеренно каким-то образом искажает цифры. Вот вы привели данные 2009 по 2014 год. Привели резкое увеличение определенных экономических показателей, с чем я спорить не могу. Потом сравнили 2014 с 2018 годом, и там тоже есть рост, но не такой большой, который был с 2009 по 2014. Правильно я понимаю? Да. Так вот, я хочу напомнить не вам, Аслан Георгиевич, я знаю, что вы информированный человек, тем, кто такого рода документы готовит, напомню, что 26 августа 2008 года Российская Федерация признала Республику Абхазия. В 2009 году 12.08 было подписано соглашение об оказании со стороны Российской Федерации Республики Абхазия финансовой помощи на социально-экономическое развитие. 2009 год в этом плане, в экономическом плане, стал историческим. Вот когда мы берем 2009 за основу и сравниваем с 2014 годом, это не экономически, никак иначе, никакой логики не подается. Объясню свою логику. Смотрите, просто если бы вы раньше
ко мне обратились с этим вопросом, сегодня мы бы об этом не говорили. Бюджет Республики Абхазия 2008 года. 1 миллиард 600 миллионов рублей. Бюджет Республики Абхазия 2012 года. 9 миллиардов 786 миллионов рублей. Из этих 9 миллиардов 6 миллиардов 800 миллионов – это российская финансовая помощь. Вот если мы сравним бюджет 2008 года и бюджет 2012 года, мы имеем рост доходов бюджета почти в 4,5 раза. Чем это обусловлено? Тем, секундочку, тем, что с 2010 года включительно Российская Федерация стала нам оказывать поддержку. И, конечно, когда мы берем не 2010 год, а 2009 год за основу и сравниваем его с 2014, то у нас, конечно, будет резкий скачок. Если бы мы сравнивали с вами 2010 с 2014, там ситуация была бы другая. А я вам покажу цифры. Значит, если мы сравним бюджет 2000, я говорю о государственном бюджете, бюджет 2012 года, и сравним его с бюджетом 2014 года. Бюджет 2012 года, я уже говорил, был 9 миллиардов 786 миллионов рублей. А 2014 года сократился на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Это 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Вот такая динамика. Поэтому, когда мы сравниваем одни периоды, мы должны исходить из экономической логики в первую очередь. А в чем она заключается? В том, что экономисты, они всегда проводят анализ. И а когда вы что-то анализируете, вы должны сопоставлять, значит, равные единицы. То есть здесь есть финансовая помощь, она присутствует со стороны Российской Федерации, здесь ее нет. Априори тут показатели будут. Теперь, что касается результативности того или иного периода. Я не хочу никого отдельно выводить за скобки, просто справедливости ради, Аслан Георгиевич, я не могу это не сказать, я экономист, я кандидат экономических наук, мне не простят мои коллеги, если я это не скажу. Так вот, с 2010 года по 2014 год включительно Абхазии была оказана поддержка и помощь со стороны Российской Федерации в долларовом эквиваленте объемом 500 миллионов долларов США. По сегодняшнему курсу это колоссальные деньги, и это порядка 40 миллиардов рублей за 5 лет. Что касается 2015 года включительно по 2019, эта цифра составляет 120 или 130 миллионов долларов США. Но несмотря на это, в рамках инвестиционной программы проделана определенная работа. Более 160 километров автодорог проложено. В том числе это Сухум-Ингур, Гал, нижняя зона, провели дорогу, что позволило закрыть посты в нижней зоне и пустить автобус. Хуаршала-Губедия дорога была сделана. Гудаута, улица Арзенба, 4 марта, Цзария. Сухум, улица Адыгейская была сделана. В энергетику, кстати, это же незаметно, когда вы строите социальные объекты, их видно, можно разрезать ленточки. Когда вы вкладываете в энергетику, это незаметно. Мы более 30 мероприятий провели. Отремонтировали 8 подстанций, 23 распредсетей. Значит, это коснулось, кстати, более 52 тысяч абонентов. Лифты поменяли, 233 единицы. 96 подвалов отремонтировали. Медоборудование было приобретено более 300 единиц. Автобусы, кстати, я лично занимался этим вопросом. Мы обновили полностью автопарк городской. И практически по всей Абхазии мы городские автопарки обновили, приобрели новые современные автобусы российского производства. Школьные, сельские тоже приобрели. Школы, садики. Школа номер 3 Сухум была отремонтирована, доделана. Значит, школа номер 1 город Гагра. Номер 7 Гудаута, Лыхны была отремонтирована школа, Тхина, Вагу общежитие, значит, библиотека, оборудование дополнительное, значит, купили. Будет построен, кстати, спортзал, вот запланирован спортзал, отремонтируем, значит, Вагу. Но там не то, что ремонт, я думаю, надо будет сносить. И, кстати, слава богу, нам удалось программу 2022 наконец включить вопрос
строительство новой детской республиканской больницы, что очень важно, потому что у нас, к сожалению, в Абхазии до сегодняшнего дня нет нормальной детской республиканской больницы. Включили вопросы, связанные с мусором, я имею в виду хранение. И в этом году уже было запланировано строительство мусорного полигона в Уильбском районе. И мы его построим обязательно. И в других районах такие полигоны, которые систематизируют вопросы, связанные с отходами, нам это позволит в едином республиканском уровне все эти вопросы закрыть в течение 4 лет. Но я взял с запасом. Поэтому, когда мы сравниваем периоды, мы должны объективно к этому относиться. Я сейчас не хочу уходить глубже, сколько обходился квадратный метр строительства того или иного объекта, детского садика или так далее. Что касается моего курирования инвестиционной программы, я вам хочу сказать следующее, если речь уж пошла об этом. Курирует инвестиционную программу, то есть дает указания... Уполномоченный орган. Нет. Курирует вице-премьер. Да, координирует в соответствии с поручениями куратора, то бишь вице-премьер. Да. Вот. Поручения, которые были даны Министерству экономики за тот или другие периоды, не только в рамках инвестиционной программы, все выполнены до единого. Более того, мы свои инициативы даже предлагали. Какой-то период времени мы предложили, это до прихода, кстати, Беслана Федоровича Ешбова в правительство, мы предложили и реализовали, тогда был заместитель главы администрации Стамур Шаликович Абба, он помогал, мы вместе реализовали конкурсный отбор подрядчиков. И очень короткий период нам удалось реализовать там порядка 87 миллионов рублей. И мы на эту сумму раздавали. И сэкономили государству более 7 миллионов рублей. Потом правительство поменялось. Пришел новый премьер-министр, новый вице-премьер, который курирует. Было дано поручение отменить конкурсный отбор. Ну и дальше вы знаете. То есть, поэтому... Еще раз повторю, вот не хочу уходить в детали, потому что я как экономист не мог не отреагировать. Мы не должны сравнить 2009. Вы сравните 2010 год с 2014, и вы увидите. Я вам привел, что в 2012 году бюджет был почти 10 миллиардов рублей. Ну, на 70% составил из российской помощи. А в 2014 году уже на 1 100 000 000 меньше. И вы правильно сделали, я вам за это... благодарен, что упомянули Сергея Васильевича Багапши. Потому что сегодня, честно вам скажу, мне не очень понятно, когда я вижу и в социальной сети Facebook портреты отдельных деятелей, значит, государственных деятелей, и вот целая там, значит, трафарет разных объектов, которые построены за этот период. Да, это хорошо. Но в первую очередь мы должны говорить спасибо Российской Федерации, которая нам безвозмездно оказывает помощь. И, конечно, Сергею Васильевичу Багапшу, потому что при нем это все было реализовано. И, кстати, я хочу вам сказать, что в 2010 году вот этот механизм, который был запущен, мощный механизм, хороший механизм, после кончины Сергея Васильевича Багапши, этот механизм только пошел на снижение. Потому что есть динамика, мы ее видим. И вот программа... небезызвестная программа по закладке многолетних культур, которая печальным образом закончилась, она перестала финансироваться в 2013 году. Потому что Российская Федерация на тот период посчитала, я не знаю почему, посчитала неэффективно или нецелесообразно финансировать далее эту программу. Я вам могу показать письмо министра экономики Давида Радян, где он говорит о том, что средства... исчерпаны. За этот период с 2015 по 2019 год правительство Республики Абхазия заплатило более 3 миллиардов рублей внешнего и внутреннего долга. Это неправильно. Это правильные цифры, Аслан Георгиевич. Да. Вы здесь не учитываете 74 миллиона рублей, которые образовались по Абхазтопу за этот период. Вы не учитываете, значит, порядка 80 миллионов, которые были уплачены, кстати, по долгам по реализации многолетних культур, межбанковский кредит и так далее, и так далее. Там очень вереница и по строителям,
значит, работы продолжались без финансирования, без соответствующей документации. И образовался внутренний долг на сумму от 750 до 860. Почему от до? Потому что сейчас документы доносят, приносят, то есть процесс идет. Вот такой долг образовался. Кто в этом виноват? Я сейчас в этой студии не собираюсь здесь определять виноватого. Я просто хочу сказать, что было с 2010, именно 10, не 9, а 10 года. Вот до 2019 года было очень много работы сделано. Очень много было работы сделано. Хуже, лучше. Итог ни вас, ни меня устраивать не может, правильно? Общий итог. Население не устраивает итог. Ну, мы же часть населения. Поэтому, как граждане Абхазии, нас это устраивать не может. Поэтому, я думаю, и вы, Аслан Георгиевич, и я приняли решение баллотироваться на пост главы государства для того, чтобы исправить эту ситуацию, изменить ситуацию в экономике. Но цифры должны быть корректные. Особенно, это не к вам, особенно для тех, кто готовит такого рода аналитические записки. Спасибо. Можно продолжить, да? Значит, подчеркиваю, Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, господине Хаджимба документ был подготовлен. Значит, я, Гур Миранович, не могу с вами согласиться с некоторыми вашими тезисами, объясню, с какими именно. Значит, вот вы говорите о том, что в тот период дали такое-то количество денег, Россия выделила. Это очень хорошо. Так нужно было сделать так, чтобы такой уровень финансирования сохранился. Об этом нам говорили товарищи, которые управляли государством, что они все сделают лучше, чем тогда. Вы, наверное, знаете, что в 2015 году было запланировано выделение 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Да. А абхазская сторона освоила 450, без комментариев по факту. В 2017 году, если мне не изменяет память, цифра была запланирована даже 6 миллиардов, а было 2,4. Я это как раз тот период, когда работал Беслан Федорович Эшпа. Да. Я уточняю. Тот период, когда работали в качестве руководителя государства господин Хаджимба и его команда. Она Хаджимба менялась. Нет сейчас в студии. Да, но он руководил. Это не важно. Мы сегодня работает команда. Подтекст какой, Аслан Георгиевич? Я хочу задать вопрос. Вот выделяли 6 миллиардов, 2,4. И ни разу по тем данным, по которым я располагаю, нам в полном объеме не удалось освоить российскую помощь. Это первый вопрос. Второй вопрос, уважаемый Адгур Амиранович. Ну вот посмотрите, что у нас получается. Вот мы говорим, рассуждаем. Это и отчасти вы привели интересные аргументы, интересные цифры. Я хочу сказать, что мы должны говорить, наверное, то, что имеет отношение непосредственно к нашим гражданам. Средняя заработная плата в 2014 году была у нас 10 800 среднемесячная денежная заработная плата. Была у нас 9 895 рублей. Сегодня она, вернее, по итогам 2018 года 10 769. Но она выросла там на 900 рублей. А каково уровень инфляции? Какой уровень инфляции у нас в стране? Небольшой. Никто не знает. Сейчас в России примерно в год у нас сколько? Не может быть отдельного уровня инфляции, потому что мы используем рубль Российской Федерации. Да, инфляция рубля, она незначительная. 6-7% меньше, сколько годовых? Меньше. Ну хорошо, даже уровень инфляции. Покупательная способность этих денег стала другим. Это же факт. Это факт. Почему такая заработная плата? Ну, если мы не сумели получить эти деньги, в этом граждане наши не виноваты. А потом мы говорим о том, что вот инвестпрограмму мы реализовываем. Да, наверное, реализовываем, где-то что-то делается, никто в этом не сомневается. Ну, а как делается в некоторых случаях? Что у нас происходит, например, с водоводом села Члоу? Когда там водовод, когда там будет вода? Деньги же выделены. Когда сумма закрыта, я не знаю, когда выделены. Как они раз оплачены. В тот же самый период. Какой период? В тот же самый период, когда работал
Ну, я не хочу сейчас персонально... А вы в то время не работали? Я не занимался с Лангевичем инвестпрограммой, вы это прекрасно знаете. Не-не, я этого не знаю, я вижу нет, документ. Вы это знаете. Не-не-не, подожди. Я неоднократно об этом говорил. Я деталей не знаю. Я знаю, что ваше министерство уполномочило... Забыли про ваше министерство. Ладно. Ну, дали наше людям министерство... деньги. Дело-то надо было сделать. Дело не сделано. Но почему так происходит? Уважаемый... Вы упомянули компанию «Абхазтоп». Я не упоминал это. Не, вы сказали, что 70 миллионов рублей пришлось закрыть долги компании «Абхазтоп». Вы сейчас так сказали. Да. Я как бы, вы упомянули, я, ну, пользуюсь случаем. Там же тоже какие-то злоупотребления происходят, насколько я знаю. Да. И какое-то решение в последнее время появилось, правовое, или похожее на правовое решение. Решение появилось на основании документов, которые были предоставлены ранее. И тот, кто первый сейчас об этом сказал... Сейчас я закончу сказал... свою мысль, потом поэтапно. Ладно. И вы упомянули компанию «Черноморэнерго». Это очень здорово, что у нас электроэнергия такая дешевая. Это очень хорошо, что там проводятся ремонтные работы. Но, насколько я знаю, компания «Черноморэнерго» имеет сегодня долги перед бюджетом. И это существенная сумма. Налоги, внебюджетные Какая? Фонды. Я не знаю, по-моему, около 150 миллионов рублей. Это по материалам контрольной палаты. Я исхожу из материалов контрольной палаты. Это накопленная задолженность за весь период существования этой госкомпании. Накопленная задолженность, совершенно верно. За какой период она накоплена? За весь период существования. Там ситуация следующего характера. Перед бюджетом. СОЭС. Да. Должен «Черноморэнерго». «Черноморэнерго» должно в бюджет, но не ту сумму, о которой вы говорите. Значит, это накапливалось годами, десятилетиями. Значит, в акте контрольной палаты неправильные цифры указаны? Я не могу сомневаться в цифрах контрольной палаты, но ну, я исхожу там нет из таких этого. Цифр, о которых вы говорите. Там в акте есть. Я вам акт передам, я его с собой не взял. Ну, я вам понятно, суть передам. В чем? Суть в том, что почему так происходит. Почему мы так пользуемся деньгами? Ну, потому что расхлябанность и вседозволенность, Аслан Георгиевич. Да, потому что вместо того, чтобы заниматься государственным строительством, мы занимаемся политикой. А политика и государственное строительство – это вещи синонимы, если правильно ими заниматься. Политикой в кавычках я имею в виду. А, ну понятно. Как сказал один товарищ, да. Поэтому эти вопросы, они актуальны. А это заработное платье, о котором я сказал. Слан по другим вопросам. Вот, вы, ну, ответьте вы на это. Я отвечу, что касается заработной платы, я вам скажу следующее. Это вопросы, я не имею права ни морального, никакого иного говорить о том, что у нас уровень жизни в Абхазии высокий. Я не могу так говорить, потому что у нас уровень жизни в Абхазии, если говорить про ВВП на душу населения, он примерно в 5 раз ниже среднемирового. И примерно настолько же ниже, чем в Российской Федерации. Поэтому это кощунственно будет с моей стороны говорить, что у нас все хорошо. Но в то же время не могу согласиться с оценкой о том, что у нас колоссальный экономический кризис, провал экономической политики. Кстати, об этом очень много раз можно услышать в разных выступлениях. И это неправильная оценка. Надо понимать, что такое экономический кризис. Если нет базового образования, можно открыть Википедию, и там это написано. Экономический кризис – это существенное снижение экономических показателей. Существенное. Вы говорите о том, что у нас рост есть, но маленький. Согласен, маленький. Тут вопросы учета тоже, кстати, на поверхности. Потому что я вам приведу ряд компаний, которые мы выявили, кстати, в рамках проверки. Мы проверили в 2017 году, делали, значит, по индикативному плану, это не прямая наша, как бы, задача выявлять, кто какую зарплату получил. Мы выявили несколько десятков компаний, даже в городе Сухум, которые показывают заработную плату, и они не сегодня начали так делать, показывают заработную плату 5000 рублей. Вы поверите, что в городе Сухум на оптовой базе человек, который трудится, не разгружая там чего-то, а в офисе, получает 5000 рублей. Не поверите. А потом, когда средние показатели учитываются, такие цифры выходят. Но еще раз говорю, я не имею права говорить, что у нас такой колоссальный рост.
Но, Аслан Георгиевич, когда вы говорите, что вот с 2015 по 2019... Это не я говорю, это говорят, цифры, да. Центр при президенте. Это люди, которые были наняты в качестве профессионалов. Но они могут на ошибаться. Эту работу. Я не знаю, почему. Они наняты это были подтверждается до этого. Вот... книга, которую у вас... Да, я, кстати, цифра. Принес эту да. книгу с собой специально. Да. Вот и в этой книге, страница 83, раздел 7, написано да. следующее. Число предприятий с 2011 по 2014 год сократилось со 140 до 114. Этот центр стратегических исследований увидел? В этом они сделали материал это, не знаете, такой как объемный, как джентльмены это. Удачи, помните? Здесь помню, здесь не помню. Там много разных цифр. Объем промышленного производства в этой же книге на странице 86. Объем промышленного производства в 2013 году составлял 2,7 миллиарда. В 2019 году 5,6 миллиардов. Это есть там? Нет, этого нет. Поэтому я имею право полагать, что этот анализ не совсем объективный. А давайте мы продолжим анализ этого документа. Здесь такие цифры приводятся. У нас осталось 20 минут. Нет, Аслан Георгиевич, я понимаю, если мы будем вокруг анализа, значит, который дал Центр стратегических исследований, я, кстати, с уважением отношусь к этому коллективу. Мы вместе работали над стратегией социально-экономического развития. Но, может быть, перед ними такая задача стояла, что выявить именно вот негативные какие-то моменты, на которые правительству в перспективе надо обратить внимание. Я не знаю. Я в администрации президента на тот период не трудился, чтобы ставить перед ними задачи. Это центр, который напрямую подчиняется администрации. Президенту, да. Ну да, вы правильно. Это при нем центр. Да. Поэтому здесь есть такие разные показатели. Еще раз говорю, Аслан Георгиевич, в случае того, если народ Абхазии выберет вас или меня, мы вместе вот всю эту экономическую ситуацию негативную. Зачем нам спорить то, что было там 5 лет назад, 4 лет? В общем, нас это не устраивает. Правильно? Мы же не спорим с вами. Да. Мы говорим картину, мы говорим точка о том... отчета какая. Да. Вот мы должны понимать, с точка чего точка отчета сегодняшний день да. нас устраивает. Вот давайте с сегодняшнего дня будем работать да. эффективно. Еще две цифры я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Может, они тоже ошибочны? Давайте. По тем данным, которые изложены там и здесь... 140 тысяч трудоспособное население. Да. Официально работает 42 тысячи. Да. Эта цифра соответствует действительности. И с 2009 года по 2014 год создание одного рабочего места в Абхазии обходилось 3,6 миллионов рублей. С 2014 по 2019 год эта цифра возросла до 9,6 миллионов рублей. И тут комментируется, что это значит. Это и так что это или значит? Не так? Это значит рост приписок, коррупции, косвенные причем эффекты. Причем тут создание ну, тут рабочих мест и коррупция? Рабочие... Нет, во что обходится рабочее место? По документам указывается столько-то. Тут так написано. Аслан Георгиевич, да. Ну, это... Давайте, мы хотите я почитать? При всем уважении, но это немножко моя поляна, экономика. Да, давай, сложно ну, дискутировать. Поэтому... Не, мне не сложно, да, мне поэтому... интересно. Что касается создания одного рабочего места, увеличения стоимости, это... абсолютно никак не связано с коррупцией. Потому что здесь речь идет о частном бизнесе. Ну как это? Причем тут коррупция? Коррупция сейчас... это государство. Одну секунду. А частный бизнес может создавать высоко затратные рабочие места. Вы знаете, сколько стоит создание современного рабочего места? Вот я вам приведу пример. На примере вот этого документа знаю, что в Абхазии это стоит 9,6 миллионов рублей. Может и больше стоит, Аслан Георгиевич, да. Ничего в этом удивительного. Может и 26 миллионов. А почему миллионов? Они пишут о том, что это стоило 3,6 миллионов когда-то, 5 лет назад, а сегодня столько? Ну, потому о чем что это говорит? Стало и как вы стоить? Можете утверждать, что это не имеет отношения к припискам и к коррупции? Как же частный бизнесмен строит какое-то частное предприятие, да. Есть определенные налоговые льготы, закупает оборудование, устанавливает на это оборудование совершенно другие цены, с тем, чтобы он дальше освобождался. В отчетности идут такие документы. Разве это не так? А объект строительный, тут же все входит, не только частный бизнес. Угу. Это инвестиции в основной капитал в целом по стране. Если строится какой-то объект, разве мы не сталкиваемся с тем, что объекта нет, деньги списаны, и это считается, что деньги вложены. На примере того же Чиловского водовода. Как же тут нет коррупционной составляющей? А что, в представительстве Чиловского водопровода создавались рабочие места? Не-не-не-не.
Ну что? Вообще, я говорю о примере вложения. Вы мне хотите сказать, в частности, уважаемые кандидаты, нас смотрят телезрители. Я понимаю, что... Давайте, я закрою этот вопрос. Я понимаю, что у вас множество тем и цифр, которые вы хотите озвучить. По рабочим местам это так? 140 тысяч и 42 официально работающих, это так? Это в статистике написано, но это неверные данные. У нас осталось 20 минут, и мы очень много времени потратили на очень узкие вопросы, которые в целом... Хорошо, ладно, давайте задавайте. Ваше видение завтрашнего дня. Коротко попрошу вас прокомментировать в случае своей победы на предстоящих выборах. Готовы ли вы рассматривать вопрос перераспределения полномочий президента и парламента, насколько это необходимо и может как бы повлиять на более эффективное управление страной? Аслан Георгиевич, пожалуйста, напоминаю, что у нас считаю осталось 15 минут. Считаю конституционную реформу очень важной составляющей в целом в необходимых преобразованиях. Но я бы начал не с этого. Есть документ, который называется «Концепция реформы органов госуправления, правоохранительных органов и судебной системы». Что такое государство вообще? Государство – это политическая организация общества на определенной территории, организация публичной власти, наделенная функциями управления и функциями принуждения, которым подчиняются все. Поэтому лицо государства – это ключевые государственные институты, аппарат управления, аппарат принуждения. И тут мы имеем серьезные проблемы. Высоченный уровень преступности, об этом говорят стат-данные. Я не знаю, как к ним относиться, поэтому я всегда говорил, что все, что я говорю, исходя из этих цифр, если от меня что-то в стране будет зависеть, будет корректироваться, потому что то, что отчетность тоже может быть некорректной, я это допускаю. Это первое. Второе, такие проблемы, как высокий уровень преступности, я об этом говорил. Абсолютно точно могу сказать, что очень серьезный уровень коррупции, это разъедает страну. Это видно по косвенным признакам. Кстати, мы обсуждали с вами, и тут есть такие данные, там 17-18 миллиардов примерно, эта экономика в таком объеме находится в тени. Это же тоже элемент, имеющий отношение к коррупции. А исходя из чего вы... Из данных ЦСИ, из этих данных. И из данных Госстата. Других данных нет. Другое, это значит, какие-то слухи могут. Поэтому аппарат государственного управления должен быть серьезным образом преобразован. Мы должны посмотреть, какое количество министерств у нас должно быть. Их функционал. Мы должны уйти от дублирования. Мы должны уйти от излишнего пресса административного. Мы очень серьезно должны посмотреть, как у нас работают правоохранительные органы. Какое количество людей в погонах у нас должно быть. И чем они должны заниматься. Просто преобразованием и изменением оргштатного расписания придать новый импульс работе правоохранительных органов невозможно. Параллельно необходимо внести ряд изменений в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс. Необходимо принять пакет законов антикоррупционной направленности, пакет законов, который даст возможность контролировать действия властей. Часть этих законов уже внесены в парламент, один из этих законов в первом чтении принят. Необходимо посмотреть, что делается у нас в органах прокуратуры. Там злоупотребляют, на мой взгляд, функции общего надзора. Надо посмотреть, что делать со следственной работой. Думаю, что мы придем к тому, что Следственный комитет, как самостоятельная структура, необходимо будет создать. Это не потребует создания новых мест. Это просто следователи прокуратуры, МВД, СКБ, единым комитетом. Но это, что это может дать? Это может дать новый импульс. Это плохо, когда прокуратура и расследует, и контролирует. Мы, скорее всего, должны будем уйти от такой стадии, как стадия возбуждения уголовного дела, потому что на этой стадии очень много дел рушится. Мы должны посмотреть, что у нас делается в судейском корпусе. Зачем нам для такой страны Верховный суд, арбитражный суд и Конституционный суд? Почему это не может быть в рамках одного суда? Вот мы повысили заработную плату судьям. Они получают самую высокую заработную плату. Этот вопрос решен. Дало ли это эффект?
уровень доверия к судейскому корпусу, к судейскому институту, ветви власти вырос или нет? На мой взгляд, не вырос. Поэтому там тоже необходимо серьезное преобразование. В качестве примера такое приведу, да? Уголовный кодекс, санкции статей Уголовного кодекса. Вот, например, там нарушил человек закон, в санкции написано, что он может получить срок от 5 там, до 8 лет. Ну, надо с этим заканчивать. Я не собираюсь строить полицейское государство, но вот этот срок от 5 до 8 лет – это возможность манипулировать судьбой подсудимого и на этом зарабатывать деньги. От этих вещей надо уйти. Во многих странах от этого ушли. Потом у нас есть такая практика, когда человека осудили. Суд там, города Гагра, Чимчили, неважно. Он отбывает наказание в изоляторе в Дранде. Материалы по пересмотру рассматривает исключительно Гулирский суд по месту нахождения исправительного учреждения. Они могут посмотреть и дать другой срок, уменьшить и так далее. Это тоже неправильно. Материалы должны пересматривать или по инстанции наверх, или тем же судом, с тем, чтобы объяснить гражданам, почему по конкретному деянию сейчас принято одно решение, на второй день принято другое решение. Если тут вопросы, связанные с коррупционной составляющей, чиновники должны взять на себя определенные антикоррупционные ограничения. Мы должны ввести в оборот такой термин, как конфликт интересов. Адгур Амиранович понимает, о чем идет речь. Это необходимо сделать. В Уголовном кодексе должна быть статья «Незаконное обогащение». Но все это должно иметь отношение только к публичным служащим или государственным служащим. Между этими терминами я ставлю знак равенства. Человек, который идет служить, он должен такие ограничения на себя взять добровольно. Вот Руслан Георгиевич, в случае своей победы на президентских выборах, вы готовы делегировать часть своих полномочий как президента депутатам парламента? Хочу вам сказать, что парламент имеет определенные контрольные функции. В плане контрольной функции можно было бы увеличить, необходимо перераспределить. Я так считаю, я об этом написал. Утверждение главы правительства, утверждение членов кабинета министров. Это повышает ответственность, но это нельзя как самостоятельную единственную меру. За этим идут другие меры. К этому вопросу надо подойти очень ответственно, чтобы не получилось так, как получилось с реформой судебной системы. Мы вроде бы ее начали, и она ни к чему главному она не привела. К тому, что правосудие не стало лучшим, лучшего качества. И доверие людей к правосудию не возросло. Поэтому перераспределение полномочий будет, но оно должно носить исключительно продуманный характер. Да, от президента парламенту. При этом ответственность должна быть на парламенте тоже повышена. Вот в таком ключе планируется действовать. Я на тему говорю, могу примерно столько, сколько Адгур Амиранович на экономическую тему. Не буду этим злоупотреблять. Спасибо, Адгур Амиранович. Пожалуйста, выразите свою позицию. Что касается перераспределения полномочий между президентом и парламентом, на данном этапе развития Республики Абхазия считаю, что Абхазия должна пока еще сохранить президентскую форму управления. При этом ответственность главы государства перед парламентом считаю необходимым и возможным усилить. Можно думать и говорить о том, чтобы внедрить, значит, такие понятия, как импичмент президенту. Но вместе с тем должен быть и обратный инструмент, возможность президента распускать парламент. То есть это противовес, стяжки, да, противовес. Почему это считаю возможным для обсуждения? Потому что мы никто не застрахованы от того, что вдруг мы ошиблись, выбрали не того президента. Вот чтобы нам не приходилось идти собирать митинг, нападать, это в рамках парламента может быть сделано. Ну, это некий такая сдержка. С другой стороны, если парламент был выбран не очень качественный, плохой, если он не работоспособный, то президент имеет возможность распустить этот парламент. Это, кстати, в мире много таких примеров. Ну, Аслан Георгиевич, вы говорили о экономике и говорили обо мне как о министре экономики. Я шайбу вам хочу вернуть. Вы, как председатель службы госбезопасности, подчинялись напрямую президенту, правильно?
вам повезло больше, чем мне. Над вами не было никаких курирующих вице-премьеров, премьер-министров. Вы напрямую подчиняясь президенту. Так вот, насколько я могу судить из вашей биографии, ну и знаю лично, вы трудились на посту представителя службы госбезопасности с 2010 по 2014 год. За этот период в Абхазии, я буду страшные цифры называть, было совершено 158 убийств, 280 грабежей, 41 похищение. В том числе за небольшой период до вашего назначения в центре города, в центре нашей столицы, был убит первый заместитель министра внутренних дел Закан Джугели. Это в 2009 году, в январе произошло. Были убийства в Гудауте возле мечети, это было в 2010 году. Был похищен и зверски убит российский инвестор, бизнесмен Климантович. Был убит в центре Сухума российский дипломат Вишнерев. Было совершено 5 покушений. Ну, из них там, насколько я понимаю, 3 не состоялось, потому что... Там, на ком покушение, на кого? Покушение на Александра Анквап. В 15-м, 16-м, 7-м, в 9-м, феврале 22-го. Да, даже есть страница в Википедии, да. Покушение на Александра Анквап называется. Да, да. Я там взял информацию. Угу. Вот и последнее, к сожалению, покушение, где... 22 февраля 2012 года. 2012 года, да. Это страшно. Мою бытность представителем службы госбезопасности. Да, погибло 2 офицера. И уже представление настолько было вопиющее, что они там настолько открыто действовали, как я понимаю, далее. Но это преступление было раскрыто с привлечением российских специалистов. И насколько я могу судить по вашей биографии, у вас даже была в апреле 2012 года встреча с председателем Федеральной службы безопасности Бортником, в ходе которой вы ему, как написано, докладывали о ходе расследования. Я не знаю, почему так написано. Далее, 27 мая 2014 года, как вы сами говорите, был совершен государственный переворот. Вот скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. В случае того, если народ Абхазии выберет вас, вот те преступления, о которых я сказал, 158 убийств, 280 грабежей, здесь раскрываемость на уровне 23% примерно. Mm-hmm. Вот я хотел бы конкретно услышать конкретные цифры. Вот если так случится, что народ Абхазии выберет вас, до какого уровня будет снижена преступность, конкретно в цифрах, увеличена раскрываемость, и что мешало вам на посту председателя службы госбезопасности все это... преступление раскрыть? Нет, не только даже раскрыть, а предупредить. Mm-hmm. То есть, когда преступление совершено, это то же самое, когда больной пришел в больницу, он уже болеет. Надо охранять его здоровье, то есть предупредить эти преступления, да. Тем более на самых высоких должностных лиц Абхазии. Что тогда говорить уже о простых гражданах, совершенно, когда в отношении их такие преступления совершаются? Вот конкретные цифры. Готов. Спасибо. Значит, Альгур Миранч и уважаемые телезрители, у нас в Уголовном кодексе расписаны статьи. Называются они «Подследственность». Определенное преступление расследует определенное ведомство. Убийства, разбои, грабежи – это компетенция Министерства внутренних дел. Сейчас СГБ задерживает преступников, которые... Я сейчас вам расскажу. В случае, если служба госбезопасности работает по каким-то лицам и выявляются эти преступления, такое бывает, работаешь по террористу, он одновременно оказался наркоманом. Тогда служба госбезопасности может воспользоваться правом альтернативного расследования и этим делом заняться. Поэтому эти статьи не имеют отношения к службе государственной безопасности. За это с нас не спрашивали. Это не наш прикуп. Что касается покушения на высших должностных лиц, охраной высших должностных лиц занимается государственная служба охраны, статус которой такой же, как службы государственной безопасности. И работает там примерно такое же количество людей. Они должны работать в режиме упреждения и так далее. У нас свои статьи. Так вот, покушение на господина президента Анквап
покушения, которые были совершены в 2005-2006, они не были раскрыты. Покушение, которое было совершено в 2007 году, оно было раскрыто. В 2010 было раскрыто. В 2012 покушение было раскрыто. То, что я доложил, как было раскрыто? Если они все были раскрыты только потом, после того, как в 2012 году были задержаны подозреваемые с помощью российских же специалистов? Давайте я отвечу на это. Вы же мне задали. С помощью российских специалистов, да, мы приглашали специалистов-технарей. А то, что написано, что я докладывал Бортникову, я не знаю, кто это написал. Я докладывал, в Википедии так написано. Ну, в Википедии мало ли что. У нас в Госстате люди за это зарплату получают, должны писать то, что надо. Я не отвечаю за то, что пишут в Википедии. Согласен. Я не обязан был докладывать Бортникову. Я докладывал своему президенту. По убийство Климонтовича. Это не наша статья, но мы этим занимались. Это убийство было раскрыто. Убийство вице-консула Вишернева было раскрыто. Убийство совершил гражданин России по фамилии Лакаев. Убежал в Грузию. Два его сообщника было здесь задержано. Далее было, значит, ликвидировано, нейтрализована деятельность ваххабистской группы. Это то, за что несет служба госбезопасности ответственность. Были нейтрализованы действия двух диверсионно-разведывательных групп. Семи агентов иностранных спецслужб. Так, мне неудобно на эту тему говорить, но если вы интересовались моей биографией, за эти мероприятия, значит, личный состав службы госбезопасности был неоднократно поощрен. И наша служба имела непосредственное отношение к обеспечению безопасности и подготовке и проведению Олимпийских игр в городе Сочи. И наша служба, и руководители службы того периода получили высокую оценку как со стороны руководства Абхазии, так и Российской Федерации. Деталей говорить не буду, в Википедии про это написано. Вот эта часть Википедии написана правильно. Теперь, что касается уровня преступлений, что мы понизим? Я не знаю, сколько преступлений было раскрыто, не помню, не знаю, потому что это была тема не моя. На сайте МВД. Наверное, что-то было раскрыто. Меня не устраивает уровень тех преступлений, которые... уровень преступности. И я знаю, как эту болезнь вылечить. Могу сказать ответственно здесь, в этой аудитории. У нас погибает 65 человек примерно в год в дорожно-транспортных происшествиях. В течение 3 лет эта цифра будет вдвое уменьшена. И по всем остальным тяжким преступлениям тоже. Но вы должны знать, Эдгур Амиранович, у вас тоже были рамки, определенные рамки ваших полномочий. Такие же рамки полномочий есть у представителя службы государственной безопасности. Я не входил в состав в кабинет министров, меня туда никогда не приглашали. И многие вещи я не знал. Если же мне будет оказано доверие, я буду главой государства, уровень моей информированности будет совершенно другой. Там все будет абсолютно по-другому. И мы вместе по поводу информированности. Да, мы вместе с вами очень многое исправим. Аслан Петрович, можно спросить, а господин Лукава в вашу бытность был задержан? В мою бытность был задержан, осужден. А дальше вот история вам известна. Я не хочу... Можно я задам вопрос? Я понимаю ваше желание разобраться в истории. Секундочку. У нас осталось 5 минут. Мы, с вашего позволения, если у вас... Я заготовил подарки для всех. Мы готовы продолжить эфир еще на полчаса. Если у вас есть желание... Если у вас есть желание, мы не можем отказать нашим любимым... У меня такое желание есть. Учитывая, что вопросов очень много. Давайте вопрос. Пожалуйста. По поводу информированности согласен. Но, насколько я понимаю, служба государственной безопасности как раз тот орган, который должен обладать всей информацией, которая так или иначе может принести вред национальной безопасности. А готовящееся покушение на главу государства – ничто иное, как подвижение опасности, устои национальной безопасности. Поэтому я не хочу сказать, что это ваша личная недоработка, но точно кто-то недоработал. Ну, я вам сказал, кто ГСО... занимается обеспечением личной безопасности, целая служба. Служба госбезопасности и государственная служба охраны. Служба с одинаковым статусом. Мы же занимаемся оперативным прикрытием некоторых мероприятий. Это, конечно, хорошо, когда думают, что служба знает все. Дай-то Бог, чтобы она знала все. Кстати говоря, у нас есть преступления, которые не были допущены, но в силу специфики работы, которые были предотвращены, мы их не называем. Могу просто вам сказать, что было предотвращено несколько терактов, как на территории Абхазии, так в городе Сочи. В том числе теракт в здании администрации города Сочи. 8 числа февраля в пресс-центре Олимпийского комитета должен был быть теракт. И он был предотвращен, в том числе благодаря деятельности спецслужб Абхазии.
Аслан Георгиевич, не могу не спросить. О предрешенном... Не могу не спросить. Это вопрос лично меня волнует. Да, пожалуйста. Как гражданина и как кандидата, потому что там есть некоторые у меня личные сомнения по этому происшествию. Не так давно, на днях, был задержан один из политических активистов, насколько я понимаю, председатель городского отделения партии Амсахара, и то ли он начальник штаба в новом районе, или он не начальник штаба, но активист точно. Я его неоднократно видел на митингах в поддержку, значит, ваших действий. Господин по фамилии Зухба, да. Зовут его Мизан. Да, есть такое вот. Дело. С ним были задержаны еще несколько лиц, которые оказывали сопротивление и стреляли в упор в сотрудников. Не просто стреляли, а в упор стреляли на убой в сотрудников правоохранительных органов. Слава Богу, никто не пострадал, они были задержаны. Вы на пресс-конференции прокомментировали всю ситуацию таким образом, что у нас есть презумпция невиновности, значит, и таким образом, значит, мы пока не можем полагать, что они виноваты или нет. Второй вам пример приведу. Если здесь презумпция невиновности действует, согласен, до решения суда мы не можем ничего утверждать. Другой пример вам приведу. Вот вы помните, хорошо помните историю про вашу инициативу по проведению референдума. Референдум, по-моему, звучал таким образом, о недоверии Хаджимба, да? Да, доверяете ли вы? Доверяете ли вы Хаджимба и так далее. Вот. И насколько я помню, в круге наиболее близких к вам на тот период людей, он ездил везде с вами, агитировал, прям находился в такой в шаговой доступности от вас, находился некий господин Тания, да. Который впоследствии был задержан за воровство, за кражу заработной платы учителей. Да. Здесь, слава Богу, мы оспаривать нам нечего, он был приговорен и осужден таким образом. Поэтому вот наличие такого рода людей вокруг, в окружении, в ближайшем окружении, как, на ваш взгляд, влияет на нашу деятельность? Должны ли мы давать оценку такого рода деяниям? Должны ли мы с вами осуждать такие вот вопросы? Или мы будем говорить, что есть презумпция невиновности и так далее? Хочу вам сказать, что касается господина Зухба, не все обстоятельства данного происшествия еще выяснены. Ну, мы выясним обязательно, что делали эти господа, значит, в центре города, недалеко от известных мест, с автоматами, с глушителями, с масками. И когда мне говорят, что это банальное воровство автомобиля, когда люди идут на воровство автомобиля, они, скрываясь с места преступления, не стреляют в упор, значит, сотрудников милиции, не сжигают свои автомобили. Значит, задевалось что-то очень серьезное. И слава Богу, и большое спасибо правоохранительным органам, вот, пользуясь случаем, я благодарю тех ребят, которые рискуют жизнью, они предотвратили. А что предотвратили, мы в скором недалеко времени... от известных мест, вы имеете в виду свой дом? Ну, да, не мой дом, я проживаю здесь в Сухуми временно, я живу в Новом Афоне. И, насколько я знаю, Аслан Георгиевич, Жаня живет не так далеко от этого места, еще другие люди живут. То есть мы сейчас не имеем возможности, Аслан Георгиевич, там, лезть в следствие и какие-то материалы получать. Как только будет общеизвестно, что они там затевали, мы об этом, наверное, потом в другом... Значит, следствие расскажет обязательно. Расскажет, да. Поэтому позиция хорошо. Кандидата в президенты. Да. Да. У меня позиция по этому вопросу гражданина, и она не отличается от позиции кандидата в президенты. Вряд ли вы запомнили все, что я сказал по этому поводу. Я сказал, что правоохранительные органы знают, что им делать, и они свое дело доведут до конца. Мне задали вопрос, он совершил это преступление или нет. Я на этот вопрос ответить не готов. Пусть занимаются люди, которым это поручено от имени нашего государства, и выносят свой законный вердикт. Точка. Охранные грамоты мои сторонники не имели и иметь не будут.
У меня сторонников было на последних выборах 36 тысяч. В лучшем случае я лично знаком, может быть, с двумя-тремя тысячами. Не, ну речь идет о тех, кто в ближайшем вашем окружении. Ну, ближайшее мое окружение, к счастью, политикой не занимается. Я не имею в виду семью Аслангеров. Да, не, у меня друзья есть, которые не занимаются. А у нас есть определенные институты. У нас общие друзья, кстати, тоже. Да, общие тоже есть. У нас есть определенные политические институты, которые устоялись давно. И я не занимался подбором и расстановкой кадров в этих институтах. Это в мою компетенцию не входит. Так же, как и в вашу. Поэтому я ничего к этим словам не добавлю. Следствие разберется. Виновные должны быть наказаны в соответствии с нашими законами. В полной мере. То же самое в отношении человека, который теперь уже нет в живых. Никто в этот процесс не вмешивался. Человек совершил преступление, он был наказан и так далее. Как это по латыни? Морритури аут нихиль аут бене. А мертвых или хорошо, или никак. Это оставлю без комментариев в отношении того товарища. Поэтому пусть ребята работают. Я буду только аплодировать тем, кто раскроет преступление. И буду их благодарить. Вот такое у меня отношение. Можно я задам? Или у вас есть еще вопросы? Нет, Руслан Георгиевич. Мы вообще не поговорили о том, что мы собираемся делать. Мы пытались вот вас... Мы, давайте мы вести об этом вопросы поговорить. Мы углубились. Вот. Можно я еще один вопрос задам? Да. Это как раз о том, что мы собираемся делать или не собираемся. Руслан Георгиевич, на встрече в городе Сухум с советом старейшин, выступая, вы сказали, что у вас есть идея, которую вы готовы обсудить с советом старейшин в том числе, о том, чтобы осужденных по особо тяжким преступлениям направлять, я не помню это название этой колонии, но это Сибирь, в общем, одним словом. Это так, это Западная Сибирь. Да, Западная Сибирь. Это зона Сибирь. Вечной мерзлоты. Да. Место, где Обь впадает в Северный Ледовитый океан. Ну, в частности, в море Лаптевых, по-моему. Я пытался запомнить, честно говоря, не запомнил. Да. Вот, вы ссылались на некое соглашение, что есть такое соглашение. Насколько я знаю, у нас нет такого соглашения с Российской Федерацией, в рамках которого мы имеем возможность своих граждан отправлять в места лишения свободы на территорию другого государства. Вообще, в принципе, мы не выдаем своих граждан никакому государству. Нет такого соглашения. О каком соглашении шла речь? И вот на самом деле, если действительно народ Абхазии поддержит вас, вот вы готовы реализовать то, о чем было сказано? Значит, то, что я сказал на встрече со старейшинами, показывалось в усеченном варианте. Мне задали вопрос, что делать с преступностью, а я очень часто говорю, какие меры необходимо принять для того, чтобы уровень преступности снизить. Вы, наверное, хорошо знаете или должны знать о том, что в отношении всех осужденных, независимо от тяжести совершенного преступления, место пребывания и исполнения наказаний у нас одно. Там содержатся люди, которые совершили преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Цель наказания – это не только наказать, но и исправить. Вы подскажете, наверное, были проговоры, я не знаю, на какой стадии руководство Абхазии обращалось к руководству России по строительству новой тюрьмы. Если, это актуальный еще вопрос. Да, это вопрос, он ни на какой не на стадии, кроме поговоров. Да, его нет. Нет, там есть уже запланировано проектирование данного объекта. А что сделано? Деньги выделены, проект делается. Или проговор? В этом году должны были начать проектировать. Значит, политический тюрьмы, цикл, как известно, которые обеспечивают определенный режим содержания, у нас в стране нет. Теперь, что касается соглашения. У нас есть соглашение с Российской Федерацией, в соответствии с которым граждане Абхазии, которые пробивают, которые находятся в исправительных учреждениях Российской Федерации, могут быть этапированы в Абхазии. Граждане Российской Федерации? Абхазии. Абхазии, да. Абхазии сюда. Когда я говорил об отдельной категории преступников, я имел в виду преступников, которые совершили особо тяжкие преступления, рецидивисты,
наркодилеры, педофилы, небольшой круг преступников. Если мы не можем обеспечить их содержание должным образом здесь, а сегодня государство не может, мы можем обратиться с просьбой к российской стороне и такое соглашение подписать. Об этом идет речь. Это соответствует моему видению. Я думаю, что таких единицы. Да, что значит мы не выдаем своих граждан? Мы не выдаем своих граждан. Мы просим сделать так, чтобы они в соответствии с содеянным содержались. Пока у нас такой возможности нет. Но это вопрос, который нужно будет обсуждать с общественностью, если люди не захотят этого. Поэтому я этот вопрос и поднял на совете старейшин. Если это не нужно... То есть, если захотят, вы это будете делать? Да, если народ эту идею поддержит, то я считаю, что как временная мера, как крайняя мера, такая мера могла быть в исключительных случаях использована. Опять-таки, в исключительных случаях. Напоминаю, что наши суды изредка, но выносят смертный приговор. Но мы подписали соглашение, в соответствии с которым смертные приговоры не приводим к исполнению. Но такой приговор мы выносим. И то, что мы подписали документ, что это в любое время может быть отменено. Я не говорю, что так надо сделать, но мы такие решения выносим. Поэтому, если мы построим тюрьму, вопрос само собой снимается. Если нам это не удастся сделать, то к этому вопросу, если от меня что-то в Абхазии будет зависеть, видимо, придется вернуться и еще раз его обсудить, все детали этого вопроса. Вот спасибо. Так я отвечу. Спасибо за ответ. Аслан Георгиевич, может быть, вопросы к Адгуру Амирановичу есть у вас? У меня, по большому счету, вопросов очень много. Я думал, что 2 часа – это очень много. Как выяснилось, мало. Давайте постараемся больше говорить о планах на будущее, которые обозначены в программе, вот чем о прошлом. С вашим участием. С участием абхазской диаспоры была разработана программа экономического развития. Вы какую программу? 25 шагов. Да. Да. Я ознакомился с этой программой. Она показалась мне интересной и очень интересной. Вот эти 25 шагов. Я знаю, что вы приложили много усилий, чтобы эта программа была разработана. Но почему эта программа не была реализована? Вы помните тот экономический форум, который проходил в рамках университета? Руководство компании Strategy Partners Group, они приезжали. Почему это затормозилось? Это же хорошее и благое дело, как это мне представляется. А глава государства говорил о том, что он программу передал в парламент, должен парламент принять и так далее. Слушайте, ну вообще, кроме вас, с этой программой кто-то ознакомился в правительстве? Я извиняюсь за такой некорректный вопрос. Нет, ознакомились, конечно, и принимали участие. Аслан Георгиевич, я не подумайте, что сейчас у меня какая-то персональная любовь к конкретным личностям, но на тот период, когда мы эту программу разработали, ее, вы правильно сказали, Strategy Partners Group. Мы, как Министерство экономики, принимали активное участие. По сути, на нашей площадке все это делалось. Беслан Агарба финансировал, да. Чего уж скрывать там. Да, вот я ее взял, эту программу. Да, это очень хорошая программа, мы ее взяли за основу развития экономики в перспективе. Да, почему да. она не реализована? Почему? Потому что на тот период мы, как Министерство экономики, свою задачу выполнили, привезли, значит, руководство Strategy Partners Group, присутствовал Беслан Радионович Агаев, в администрации президента ее презентовали. Мы свою часть выполнили. Дальше президент страны, так как в соответствии с законом о президенте, он определяет и экономическую политику в том числе, он должен был взять ее за основу, эту программу. Или по каким-то веским основаниям отказаться. Отклонить, да. Мы предложили, вот вы 25 шагов сказали, ну это как бы в простонародье называется. Там мы предложили, вот есть наше видение, 25 шагов, значит, давайте дайте ответ, значит, какие шаги правильные, какие неправильные, будем дальше двигаться. К сожалению, на тот период в администрации президента и в правительстве Абхазии глава правительства тогда был Беслан Барциз, вице-премьер тогда был Беслан Федорович Эшба. Значит, у них были свои взгляды на эту программу. А у главы государства какой взгляд был?
у главы государства тоже вы не имели свои... возможности непосредственного общения? Вы как министр могли к нему Ну, я же не могу, я много с кем общаюсь. Главы государства вы могли попасть по вашему желанию? Конечно, мог попасть. Я настойчиво просил и главу государства, и главу правительства, потому что мы потратили силы и энергии, очень много денег, потратили. Ну, слава богу, не бюджетных, но тем не менее. Ну, какая разница? Я один из тех, кто более... чем другие, был заинтересован, потому что эта программа была принята. Но, к сожалению, так сложилось, что тогда курировал экономический блок Беслан Федорович Эшба, администрация президента, я даже не помню, кто тогда руководил. Они не Эшба, наверное. Нет, там так часто менялось, что я уже не помню. Но вообще роль в этом плане правительство, она должна была быть определяющей, потому что это можно было принять и постановлением Кабинета министров. Но они тогда не сошлись во мнении их. И администрация президента, и экономический блок правительства. Я имею в виду руководство, вице-премьер Эшба и Беслан Барцев. А в качестве арбитра глава государства не захотел выступить? Ну, когда у вас будет возможность лично пообщаться с бывшим главой государства, вот его здесь нет, все равно я чувствую, что он где-то рядом, потому что вы всегда к нему... Конечно, потому что от него очень многое зависело. Эта программа хорошая? Давайте я считаю, что эта программа может быть взята за основу. Вот. Плохо то, что мы потеряли такое количество лет. Согласен пустым образом. И, Адгур Миранович, я очень доволен сегодняшним разговором. Но, вы знаете, иногда, наверное, нужно более, на мой взгляд, это я, мое мнение, более отчетливо назвать вещи своими именами. Но нет такого права ни у кого не делать правильные вещи, когда они готовы и предлагаются. Это что? Или другая программа социально-экономического развития 2025? Мы там тоже трудились. Да, огромный труд того же института Центра стратегического исследования. Указом президента программа принята. Каждые полгода правительство должно было докладывать парламенту о ходе реализации этой программы. Для чего это было сделано, если ничего не планировалось к реализации? Я этим не занимался. Вы человек компетентный, поэтому я задал вопрос. Не в упрек. Сделаем, Аслан Юрьевич. Сделаем. Да. Уважаемые кандидаты, очевидно, что вопросов еще очень много. Очень много, да, поэтому мы... Мы близимся к завершению. Смело можем говорить о том, что сегодня мы, и наши дорогие телезрители, народ Абхазии, который смотрел сегодняшний эфир, мы смело можем говорить, что сегодня... На самом деле состоялись дебаты, в рамках которых кандидаты на высший государственный пост откровенно, честно, прозрачно задавали друг другу вопросы и на них отвечали. От нас лично большое вам спасибо за то, что вы пришли. Я напоминаю, как говорили выше, сразу после короткой заставки у каждого из вас будет по 2 минуты на заключительное слово. Адгур Амиранович, уступим Аслану Георгиевичу Бжане. С удовольствием. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые журналисты, поблагодарить вас, Адгур Амиранович, за интересную беседу. И вот небольшой презент от моего имени. Это книга Михаила Кирбай «Тот, кто убил Лань». Эта книга известна, тут очень много интересных новелл. Я с определенной периодичностью их прочитываю, и это очень интересно. Спасибо вам, Аслан Георгиевич. Большое спасибо, с удовольствием приму. И поблагодарить хочу также наших телезрителей. Спасибо. Прошу всех соблюдать спокойствие, проявить гражданскую ответственность и спокойно в соответствии со своими убеждениями проголосовать без эксцессов, чтобы это было цивилизованно, чтобы в этом ключе 22 марта приятно удивил не только наших граждан, а всех тех, кто по-доброму относится к нашей стране. Спасибо за внимание. У вас есть еще минута, Аслан Георгиевич. Пожалуйста, Адгур Амиранович. Спасибо вам за то, что предоставили нам возможность поговорить, рассказать о своих идеях. К сожалению, мы не смогли более детально сказать о том, что мы собираемся сделать, но здесь тоже ничего страшного я не вижу, потому что и Аслан Георгиевич, и я, и Леонид Юрьевич, мы проводим встречи с избирателями, и там у нас была возможность, мы провели почти 80 встреч,
И у нас там была возможность рассказать о том, что мы планируем. Более того, наша программа, которую мы возьмем за основу, она на нашем сайте доступна. Отдельно я что хочу сказать. Уважаемые избиратели, уважаемые граждане Абхазии, очень важно понимать, что выборы – это всего лишь один из этапов жизни. Это политический шаг, который надо сделать. Прийти на участок, отдать предпочтение тому или иному кандидату. Если кандидат, которого вы поддерживаете, так получилось, что большинство не поддержало его, это не значит, что вы проиграли войну или что-то трагическое произошло. Это значит, что большинство наших с вами сограждан просто отдало предпочтение другому человеку. И надо сделать все для того, чтобы мы жили дальше, спокойно, мирно, уважали друг друга. Я отдельно хочу поблагодарить Аслана Георгиевича Абжания. Леонид Юрьевич нас сегодня оставил, но тем не менее его тоже хочу поблагодарить. Я хочу взять на себя смелость и назвать вот эту предвыборную нашу кампанию одной из самых корректных, можно сказать, за всю историю последних 15 лет. Мы, и Аслан Георгиевич, и я, и Леонид Юрьевич, мы друг друга не критиковали, тем более не оскорбляли. Мы очень с большим уважением и теплотой друг к другу относились и относимся, потому что в жизни так друг к другу и относимся. Поэтому надо идти на выборы, выбирать президента и требовать от этого президента, конечно, выполнения всех обещаний и задач. Спасибо. Спасибо большое вам. После эфира не расходитесь, приглашаем вас на общее фото. Табу пидуцен, табу бам тапшаны, яхипе эфира хфахаз. Телехопшца гугвит, вахапе эфира хана, шазарапа, рухтак, ядам харки, ртак хатанфа. Атула хадарахи, кандидат шей, рыма за эфир, бам тархи ярхуна, рухтакка, шазнар гар рушитха. Марти Вибрзех Пылачими описывает Абснехент Карахада и Алхраква. Хгуху и Тарта Алхраква, а закон Ахаква и Ртагдзене имя Пасапха. Ишхаш Мерцен, вот спи Апипш до Сохна Пишану, Яхе и Рахцойшеджа, вот спи Абстаза Арахашнанагу. И Табуби Хахупшуа Зиги, Абсут или Хупша Каналаджа, Уахаби Хайфирала и Хрукшоп Алхраква и Рызгаз, а проект Абзирас. Абзирас.